потому что он выполнял про нее таски, и это было вроде хорошо. Это версия. Ладно, как говорится, это уже это тестовый стрим, так что все может идти не так. Окей. Окей, это уже то. Так, теперь калибровка. Еще одну катку, я пойду, пожалуй. Окей. Окей, ладно. Так, но денег нету снова, а это что значит? Правильно. Так, у меня тот там самый маленький уровень. Пен. Пен Пекой. Wait a minute. Не ешь, подумай. Nice. Через патроны. Так это много, да, я подумал, и все равно съешь. Да я вообще не... Где пиво? Big big boy, biggest boy, big big boy, biggest boy. Ну, это группа мелко просто сидела, просто что-то прогон. Да не, все нормально, все огонь. Поправляйся скорее. Береги себя там. Конечно. Сука, умри. 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 Умер. Его скелет убил. Правда, из-за того, что у меня модель кажется, приходится импровизировать. Окей. Окей. Иди. Окей, это выглядит нормально. Это была крайне простая и крайне веселая аркадная игра. В Амогусе мы ее все равно уважаем. Спади хорошая. Что бы я ни говорил про Спади во время стрима в Амогус, она хорошая. Окей. Большой эзотерий. Это крутое, она не вышла. Ух. Уйди от меня. Ня. Бой. Окей, пожалуй, начнем. Сегодня будет небольшой тестовый стрим, будем сразу тестить одновременно две вещи. Новую прогу для отслеживания и попробуем поиграть в Warzone, да. Боже, обожаю пальцы. Ди. Эй, бой. Руки, да, у нас снова есть руки.
Да, новая прога для отслеживания. Скажите спасибо большое Юдеке. Вот она у нас тут. Она нам подсказала эту прогу. Благодаря нее мы сейчас можем 3D-модельку транслировать, да. Пока что все это дело будет у нас в тестовом режиме, так что посмотрим, как оно будет работать. И теперь видно даже, как я прическу поправляю. Бой. Единственное, что... Да. Нет, я хотел тебя за руку упуксил за кошелек. Хотел за пальцы указать. А, вот не вышло. Ну да, в общем, привет, Йодеки, привет. А, да. Да, выглядит довольно хорошо. Есть, конечно, пара моментов, которые не совсем удобные, но и вроде бы все нормально. Еще раз спасибо, Йодеки, что подсказал. И да, привет, Йодеки, привет, Энн, и привет, Дарк. Рад вас видеть здесь в чате. Ну да, как я уже говорил до этого, сегодня поиграем в Deep Rock Galactic сначала, перед тем, как выйдет Warzone. А как выйдет Warzone, попытаемся хотя бы в нее поиграть. Окей, на всякий случай, если кто-то захочет присоединиться, я загляну в свой собственный аудиочат, где он тут у меня. А так вот же он. Найс. Ага, браузер я дурил, да не закрыл. Сейчас закроем. Окей, все, отлично. А, отлично. Ага, угу. Что у нас за пиво? А, одно из моих любимых. Черепокрушитель. Так, окей. Эх, за вас, чат. За всех, кто в чате. И за Карла. Заново, действительно. Эх. Шикарно. Не забывайте оставлять червы. Окей. Попытаемся выполнить Weekly Core Hunt, чтобы добыть нам немного матричных ядер, а то уходим, и у нас нету ни одного ядра. Жесть, это имба. Я даже вижу, как ты глазами... Да, да. Одна из прелестей этой проги. Тем, что она отслеживает взгляд. Ну да, как я уже говорил, скажите спасибо вот Юдеке, она нашла эту замечательную прогу, и вот она подсказала мне, как ее установить, да. Так, окей. Какое у нас там задание было? А, починить роботиков, окей. Эй, Линару, привет! Спасибо, что заглянула. Рад тебя видеть здесь. Ну, когда я это делаю, то оно отслеживается? Да, отслеживается. Иди. Нейс. Выберем, пожалуй, инженера на это дело. Оборона как-никак. А усы все еще трясутся. Я не понимаю, почему каждый раз, когда я захожу в косметики, у меня трясутся усы. Гляньте на мои могучие виброусы. Да. Стоп. Нет, не смарт-пушка. Смарт-пушка мне не нравится. Вот лучше дробовичок возьмем. Да. Так, посмотрим, как у нас он вкачан. Вкачан довольно хорошо. Ну, по крайней мере, мне нравится. Оу, смотрите, как кто к нам пришел. Дарк. Правда, без аудиочата, видимо, решил подойти. А, коробка. Окей. Оу, вау. Мне даже сбросить, мне даже скинуть ее удалось. Найс. Да, привет, Нанамита. А? Что это был за зловещий звук? А, это Дарк с таким звуком к нам зашел. Привет, Дарк. Древнее слово пробудилось. Привет, Волтер. Привет. Рад тебя слышать. Видишь, это просто сногсшибательно. А, спасибо. Спасибо, Юди, за это еще. Да. За программу эту. Теперь смотреть стало вообще просто другое ощущение. Ей, шикарно. А еще и тут уже на пакость идет. Волтер, убери. Убери со мной. Нет, не уберу. Да, я тут напакостил. Иди сюда. Ну-ка, где ты тут напакостил?
А я тебе не скажу. Это тебе надо сам... Блин, а точно я через твой стрим посмотрел, что о, там... О, господи. Как ты мог? Как ты мог? Серьезно, что с тобой? Ладно. Ладно, мне придется это разгребать. Будем утилизировать твое не пиво. Смотри, как это делается. Берешь кружку и инсинерируешь ее вместе с собой, потому что ты должен очиститься от того, что взял это в руки. Ага, а вторую? Ишь, смотри-ка, жук какой, а? А тут вторая кружка есть. Сейчас я еще две закажу, подожди. Не вздумай. А все. О, боже. Ейт. Оу, щит. Окей. Ты пролетел мимо. Главное, случайно не выпить это. Эй, Нанамита, привет. Спасибо за визит. Рад тебя видеть тут. А я ее кусал? На всякий случай еще раз укуси. Да, согласен, это хорошая идея. О, Юдеки еще присоединится, шикарно. Оу, а вот это вот еще норм. Это уважаю. В смысле норм? Хорошая, холодненькая. Да, холодненькая. Вот этого слова. Найс. Аж морозит. Да. Запил мятную жвачку холодной водой. Да. Было бы забавно, если бы у тебя в стане усы бы дальше дрыгались. О боже, да. Ну что, поехали? Погнали. Я, кстати, нарочно взял разведчика, потому что знаю, что ты любишь за Инжа играть. Ага. А нам так будет собирать чуть проще. Ну да. Заодно на таких-то миссиях. Они кусаются в ответ. Я буду защищаться. Ага, все кусаются. У нас перекусы на выживание. Я тоже. Я же выиграю. За кошельки вас. Хе-хе-хе, боже. Нет, мои деньги. Блин, ну смотреть на тебя, конечно, это просто. Нафиг тебе. Да, пошли заказывать, короче, в Blackberry 3D модель. Такой-то программы на 2D-шку переходить. Ну такое себе, мне кажется. Надо теперь 3D делать. Life 2D все равно нужна. Можно, да, и награду сделать тебе за 150 тысяч очков чего-то там. Чтобы менять тебя от 3D к 2D. Но это, блин, да. Это надо, конечно, комп не слабый, наверное, потому что переключаться... А долго вообще так переключаться будет, да? Нет, но это получается, мне вручную надо будет переключаться. Это будет занимать где-то минуты две, что ли. Ты чё моё золото воруешь, слышишь ты? Смотри-ка, возмущается еще, я ему помогаю, он тут возмущается, а? Так, я у тебя что-то сказать хотел. А, по поводу переключения, тогда понятно. Uh-huh. Не, ну поэтому сделаем цену 150 тысяч. Uh-huh. А у нас тут орехи надо собирать, да? А, да. Ну ладно. Переключиться на 3D гораздо медленнее, чем переключиться на 2D. Ну да. А тебе ее надо калибровать каждый раз или как? Вот если это не VR, калибровать не надо. О. Это VR надо калибровать. А прикинь, тебе еще iPhone взять как раз с этим трекингом, который все так хвалят. О, боже. В этой программе в придачу. Было бы вообще шикарно, но, к сожалению, денег на iPhone у меня нет. Ну это будет вообще жир. Да, это будет вообще шикарно. Блин, ну эта программа, она просто великолепно выглядит. Ага, я сам радуюсь. И даже движение плеч передает, и... руки. Ну все, Волтер, не сможешь ты больше пузо чесать. У тебя сразу спали. Куда копаешься? Подожди, Волтер, вот же тут. Да не, смотри, тут же сиял, тут же блестит. А, блестит? Ну-ка где? А, вижу. Зеленая. Блин, откуда только я не могу понять. Ну-ка, фонарик. Во, есть, нашел. Это не кусок золота, но тоже хорошо. Да.
пройти было 2 метра, ты мог мне кусок кинуть, но нет. Пусть сама ко мне идет. Да. Это процесс. Это закон. Угу. Ладно, поехали в следующую пещеру. Да. Я да, по поводу Затрей, мы с Рейном как-то туда отправились, у него тоже эта программа, видимо, стоит. Uh-huh. Я когда еще тогда заметил, думаю, блин, нифига, смотрю, у тебя глаза шевелиться стали. Ну, ты ага. Вообще выпал. Да. Ну, это было имбово. VCP Face, он хоть и удобный, но он глаза не отслеживает и менее такой функциональный. А вот это вот прям вообще прелесть. Ну, это... И iPhone, по сути, уже не нужен тогда. Не, ну с ним, конечно, лучше будет. Угу. Да, с ним легче будет эмоции отслеживать. Это не то. О, смотри, что тут. Оу, отлично. А что у нас тут паразиты? Оу, фак, точно. Стоп, неужели, блин, это зараженная зона? Черт. Ой, да ладно, справимся. Да. Но у нас тут еще одна проблема. Какая? Детонатор? Не. А. Растение. Проклятое растение. А, подожди, волк. Эй, вампирчик, привет, спасибо, что заглянул, рад тебя видеть. Привет, вампирчик. Волк, подожди. Чё? Я не могу скопать, я маленький, вот это. Оу-оу, сейчас, секунду, блин. Так. Поставь мне табуреточку сюда. Ты чё сделал, волк? Да мне табуреточку поставь, а не ей. Ладно, да сейчас. Вот так вот пойдет? Ну, более-менее. Ах, блин, обожаю это пиво. Жуки только так ломаются. Ага, а мне не дал. А мне не налил. Я у тебя 2 раза угостил. Ах, блин, я забыл тебе налить, черт. Да-да. Ладно, следующие 2 пива за мой счет. Я это запомню, ты же понимаешь. Да-да. А ты мне напомни. Я-то запомню, вообще не проблема. Mm? Блин, а я вот тоже его убить, кстати, хотел. Сейчас его застану для тебя. Вот этого. Блин, ну эта пещера, она большая, она глубокая, но... Mm-hmm. Тут много чего копать придется. Подожди, у нас тут... Я друг, ты друг, мы криминальный друг, готово. Отлично. Расфигачили ему жопку. Да господи, какие настойчивые гады. Да, он готов. Там Отлично. Возле тебя видел ресурсы? Да-да. Я как раз добываю сейчас. Давай я пока от тебя тут... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня заразило. А меня сейчас тоже заразит. Ах. Мог не тратить, я бы добил. Ладно. Так, я вон там вижу заражение уже отсюда. Так, вот эта штука тогда на тебе. Сейчас я тут чуть-чуть освещу. Угу. Перебор. Так, сейчас. Чё, как думаешь, как будет по геймплею этого Warzone 2.0? Не знаю, скорее всего так же, как и первое. Не думаю, что они каких-то особо больших изменений там сделали. По крайней мере, анонсы я особо не смотрел. Я сейчас скриншот скинул с этой... Со своим персонажем. Ну как? С своим персонажем это я грубо сказал, конечно, потому что я взял просто стандартного, кто был доступен. И в отличие от первого Warzone, там можно было выбрать конкретную кастомизацию твоего персонажа. Угу. А ну, разве в предыдущий нельзя было? Там ты мог выбрать какого-то конкретного персонажа из доступных, но они случайным образом генерировали скины себе. Оу, блин, это хреново. Ну типа я хотел себе в... Маска халат... Ой, не маска халатия, это уже надо покупать. Хотел себе в балаклаве полностью, чтобы не было ничего видно. Uh-huh. А мне давали вечно разных и каких-то с лицом. Мне это прям вообще не нравится. А в этой части такого нет. Uh-huh. Это радует. Ну это опять же, это просто патч. Это хороший, большой патч. Ну да. Эх, а я все хочу, не знаю даже... Посмотрим, как сама игра это пойдет, а если уж пойдет нормально, может возьму себе обычный мультиплеер. Так, там же, чтобы взять обычный мультиплеер, надо просто колду купить, разве? Ну да, да, так и есть. Вот. Так, я у тебя Молли украду. Угу.
Так, я нашел одну батарейку. Где у нас там ящик был? Позади, надо вернуться туда, где мы были, и там будет этот ящик. А, да-да-да, точно вижу. Ауч. Так, я слышал какой-то пик. Это что-то значит, или это эта нога, которую нам надо подобрать? Нет, ноги вроде не пищат. Пищат сами моли, мини-моли. Ой, смотри, кого я тут обнаружил. Пиявку. Больше нет пиявки. А, молодец. Будет забавно, если тут вторая меня сейчас ждет такая. Ай, больше. А! Что там у тебя? Зараженные. Зараженные меня все грызут. Блин, очень хочу в каком-нибудь зомби. Так, все-таки не, если что, думаю, к следующей тоже не успею присоединиться. Ладно, в общем, напишу, когда вернусь. Ну ладно, ничего страшного. Давай. Удачи тебе с делами, Йодеки. Надеюсь, у тебя все получится и все будет хорошо. Давай, Йода, мы тебя, если что, ждем. Да. Стой, погоди, увозишь, что у меня моли. Я же еще не все погрузил. Во, теперь вызывай. Угу. Я пойду, наверное, все-таки разделаюсь с этим заражением, потому что оно продолжает меня доставать до смерти. Я тогда сейчас присоединюсь. Ты на какое пойдешь, на дальнее? На то, которое ближе ко мне было сейчас. На вот это вот. Ну я и говорил. Сейчас я к тебе прилечу. Я сразу вызываю тогда пот. Давай. На воздушном шаре. Жучиного цвета. Wow. Я ничего умнее не придумал песни этой. Эй! Блять! Они добавили. Окей, пока буду заливать все это дело. Дело. Я тебе помогу. Ладно, я тогда возьму пылесос. Честно говоря, вот это вот обнова с тем, что надо поливать или так заражение, мне нравится. Но это прикольно. Ну да. Это как PowerWash симулятор, который... Вот я и говорю. Не дал, но это выглядит неплохо. Вот я и о том же. Немного PowerWash симулятора в ваш дипрок. Еще вот чуть-чуть, вот сюда вот. Меня зазвучит. Я-то сейчас с тобой отправлюсь. Надо бежать. Беги оттуда, беги! Щиты! Я Valorant играю, отвалите. Я там, меня так просто вам не взять. Вставай, заебал, ебаный шашлик. Встаем. А подожди, а я же тут пенил, что за дела? А, пена же через какое-то время исчезает. Во, давай, добивай. Есть. Боже. Готово. Так, ну все, я должен у тебя сахар теперь съесть. Угу. Вот это, кусочек меня очень привлекает. Супер. Угу. А я пока дочиню дрона. Так, я пошел дальше тебя ресурсы копать. Угу. Во-первых, их тут дофига. Вкусный ресурс. Блин, хотел бы я, чтобы эта винтовка в тело ваншотала жука, а так все равно приходится в целях экономии патронов стрелять по головам. Угу. Так. Стоп, вон жук. Не ты. Эй, Арчер, привет. Спасибо, что заглянул. Рад тебя видеть. Привет, Арчер. Привет, привет. Да господи, хватит мне жрать. Каждый стрим одно и то же. Да господи, хватит меня жрать. Ага, неважно, играем ли мы в Deep Rock или во что-то еще. Не сожрут в игре, так сожрут в чате. Yes. И носки вместе с этим. А, боже, мои носки. Что, у тебя последняя пара, наверное, и то, в которой ты сидишь. Да. Специально сижу в ней, чтобы Энн не подкралась, не украла их. Прикинь, если с ногами откусит, вот дела будут. Боже. Фаршированные носки. Звучит очень не очень. Да. О нет, мои носки. Пусть носки Уолтера. Вместе с пальцем. Капсулу зачистки уже прибыла. А, сейчас, секунду, я тут достроил одного. Не парься, я тут сам справлюсь, можешь пока ресурсов накопать и что там,
ноги собрать, хотя тут на самом деле ресурсов столько, Уолтер, нафиг эти ноги, бросай все, копай золото. Окей, окей, сейчас, но все-таки добью ноги. Чьи, собственно, после того, как я на них напала? Ага, как в Резиденте, прибью их степлером, затем полью зеленкой. И это работает. Да. Шутки шутками, а ведь так это и лечится. Подожди, а где она? Внизу, что ли? Я видел. А, еще выше, ёпкость. Вот дела. Да, реально, еще выше, Уолтер. Я не туда капсулу вызвал. Оу, фак. Бывает. Да, я не знаю, как я сюда буду подниматься вместе со всем этим. Ну ладно, сейчас что-нибудь приду. Во-первых, свет. Окей. А, все, кончилось. А во-вторых, я полез. О, жопа жирная. Не пролазит уже. На пиве отъел. Господи, а жирных жоп. На меня одна лезет. Это не я. Ничего, сейчас я эту жопку наполню свинцом. Я на секунду задумался, лучше бы был я, но потом, когда ты прошел. Оу май. Оу май. Плюс ка. Ладно. Так. Так, ну все, запенькал тут вроде бы. Я полез теперь вниз. Вот это вот уже разговор реальных дворфов, то, что вчера было. А то там вчера писали, вот так звучит дворф. Не, вот так звучат дворфы. Ну да. Когда речь идет о жопах. О боже. Блять, я не залез. Кстати, Молли, если что, можешь себе забрать. Я не знаю, что она ко мне приперлась. Окей. Блин, а я потерял ноги, а вот она. Я потерял ноги. О, нет. А у тебя их нет? Да ближай свой медицинского пункта. О, готово. Отлично, молодец, Дарк. Сказал же, сам справлюсь. О! О! Убивают. Живи. Назад, назад. 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 О! Ай, не гадить. Кишки уже наружу. В смысле, кто там гадит? В меня этот жижемет залил полностью. Это что? Ай, за что? Окей, все нормально, я справился. Окей. Без единого выстрела. Это как интересно? Прям что-то взорвал? Не, киркой всех захреначил. А, понял. Хорош. Сурово. Так я ж под пивом. А, понял, вопросов не имею. Так, я слышу вторую батарейку. Отлично, нашел. Я не чувствую ног. Бубу, у тебя их нет. О, я еще кое-что нашел. Что там нашел? Прям вот так вот из стены торчит. Что там? А, вижу. Зелененький джедис такой камушек. Здоровушенький камушек. Блядь, я не хотел тебя агрить. Стой! Okay. Я не Йода. Я с тобой не справлюсь. Блядь, он выстреливается. Эх, если бы Йода была рядом. Мы бы показали это. Ну, да, мы бы не пригодились, знаешь, она тут сама всех порвала. Ну да. Он там сажает. Нормально ты ему тоже накидал. Ну с тобой, может, ты без Йода, мы справимся. У меня только патроны заканчиваются для моей громыхалки. У меня последние 7 патронов, тебе так скажу. Оф. Так. Нихуя ты ему отдавал. Хилиться, хилиться. И еще сзади один. У меня просто на винтовку патроны кончились, я пошел в ближний бой. Понятно. В бой, собаки, к победе! Добиваем Волта. Есть. Я хорош. Ну слушай, без ноги, без Йода справились. Ага. Только патрон нет. Ух, это да. Эй, ну нитро у нас полно. Да, вызываем тогда прямо сюда, наверное. Что парится. Да вон, не, погоди, вот сюда вот. А, ладно. Я опоздал. На, тебе, блин. Шикарно.
У меня тоже кирка есть. Я тоже могу не по назначению пользоваться. А, ты хотел капсулю вызвать? Ну да. Ну ладно, все равно. У нас еще полно нитр, вызовем еще. Да, я сейчас еще возьму. Бери сразу второй эту. Да, сейчас возьму. Тем более я полностью опустошил патроны для дробовика у себя. Ого. Ну с учетом того, как ты там сюрку накидал, я не удивлен. Угу. Я вижу у него просто... Опа. Раздатчик. Угу. Что-то за хрень такая. Уолтер! О боже! Ну я сейчас. Маленький. Я иду. Нужно. Сейчас сделаем табуретку тебе. Нет, я имел в виду сюда. Ну ладно, пофиг. Так тоже ты... зайду. А не, по размеру прям то, что надо. Табуреточка. То, что каждому маленькому дворфу нужно. Они так на первое время пошутят. Табуретку выгру добавить. Я бы посмеялся. Новый инструмент для инженера. Раскладная табуретка. Причем по размеру она будет, знаешь, как это. Как одна плита. Ну так, немного, чтобы. Да. Чтобы не видно было. Так. Еще бы орехов найти. А, да, я же еще хотел дотащить батарейку. Сейчас. Батарейку? А, точно. Оу, фак. Че, упал? Да, но ничего, вроде не слишком больно. Колени еще живы. I'm falling and I can't get up. О, вот он, батарейка. Эй, вот еще и орех. Орехов. Один ост... А, все. Я последний как раз принес. Отлично. Еще на один нашел добавок даже. А я не помню, где мы тут. А, вон он, тут он, да. Угу. Да, отсюда и правда. Вот моя табуретка еще одна. Эти, блин, споры ядовитые. Не. Постоянно что-то тут урон наносит, непонятно. Я принес батарейку. Отлично, сейчас. Я иду. Ит. Бега себе. Бой. Во-первых, миллион ресурсов. Что делать, куда покатилось? Так, что-то у нас. А, Waster. На огнемет скин. А, жаль, я не играл за стрелка. Это не за стрелка, это за бурильщика. Не, у меня на стрелка дали. А, понятно. Так, что у нас по задачам? Ну, еще в поехали. Целом все выполнено, да? Можем это идти что? К дроп-поду. Да, нам на еще одну хватает. А, кстати, там наверху же штука была, видел? Я ее собрал, да. Это как раз я ее и закинул. Так. Я не про батарейку, а там еще одна была. Да-да, я же говорю, я ее закинул и заложил. Стоп, я ее точно заложил, ну-ка. Не знаю, тут ничего не светится. Можешь подняться, я пока пойду там тогда по самой немного. Ага. Да, на всякий случай проверю. Да блин, эти ядовитые споры. Yes. Так, по шаману-то я, конечно, сказал. Как эту штуку теперь завести? Дети маленькие. Идут еще? И надо что-то нажать? На нашей моле нажать. А, понял, сейчас тогда. Ну-ка, поехали. Маленькие такие. Ходят тут мусорные перебирают. Да, я все собрал. Окей.
Угу. Пак мимо платформы. Сейчас, постой, кое-что сделаем. Делай. Я тут все равно полгода буду эту хрень собирать. Угу. Отлично. Света что-то не хватает, да? И дронов. Блин, а вот тут яме, как оборонять будет тяжело эту яму. Угу. Ну ничего, справимся. О, уже вернулась. Быстро ты. А мы до сих пор первую катку добиваем. Да. У нас тут золото отвлекает всякое. Да. А у тебя турели во все стороны палят, да? Ну да. Это у меня она инвалидная, стреляет только в одном месте и метка. Так, я этого потенциального скилла убил только что, это не я. Ах. Этого его Стива убил, это не я. Да, мне тоже понравилось, что ты сказал. А, я и не могу Стивов, кажется, вербовать. А, тогда пофиг. Угу. Это что там лежит? Ну-ка, подай. А, ладно, окей, окей. Ничего, я вернулся, если что, я тут. Да, я тоже тут. Это тоже не то. Это не тот гриб. Да, я вот уже третью катку ищу тот гриб. Ага. Офигеть, ты ему втащил сейчас. У меня дробовик там максимум урона. Yeah, boy. На нем можно подпрыгивать, чтобы дополнительно летать, типа скауты, стырки. Я подумал, нет, в жопу, я хочу убивать. Ну, собственно, я этим и занимаюсь. Угу. Все по патронам, все шикарно. Так, а плинка пары, точнее, по прилу у нас сюда отправляется. Так. А, это турник. Угу. А, вот. Поехали. А, не, нормально. Угу. Готово. Окей. Я раньше на эту штуку турели ставил. И пока не начинаешь возводить, на нее можно поставить турель. А потом ты ее возводишь, и турель на ней остается. Все, когда ты ее возводишь, на ней уже нельзя ставить турель. Интересно. Да, пользуйся этим, можно сказать, багом. Или фишкой. Кому как больше нравится. Так, в чате что там? В чате все хорошо? Да, в чате пока все спокойно, тихо. Никто не кусается пока. Волк, я прям... Ай, я... блин, господи Иисусе. Причем я же винтовку зарядил. Ауч. Газ. А в Warzone вроде нету урона по своему. Ну как, с гранат точно есть, а вот с винтовок не знаю. Кажется, нет. Тогда тебе повезло. PUBG есть зато урон по своим, нет, я знаю. Oh. Но нет, я там таким не занимался, мне некогда было. Там причем забавно, там же PUBG бесплатный стал, и теперь там боты. И бывает, и с игроками воюешь, и с ботами, и отличать их сложно. Но как-то раз нам такие задроты люди попались, которые... Непонятно, вроде то ли читеры, то ли они реально задроты, они там просто... Ну, дистанции метров 200 зажали сепки и нам просто, нас просто повалили. О боже. Мы типа там по патрону стреляем, он просто тра-та-та-та-та, и ты без хп. Жуть. Да, такое тоже бывает. Блин, последний выстрел там находится. Есть. Что, уезжаем?
А, я хамутан. Ага, уехали. Ага. А, вот он, кстати. Подождай, есть... пока откроется. Был. Да, ебучие грибы. Задолбали тут дымить. Ага. Я не курю. Ай, осторожно. Не, погоди, сейчас мы его разберем. Уже. Уже. У меня есть модули, стоят модули на шипы, чтобы жуки сам себя убивали. Угу, я без них вообще никуда не иду. Я всегда с собой беру блейдмейл и броню. Окей. Блин. Оно ведь реально выглядит как орущее лицо. Что именно? Отойди от дроп-пода немного и поймешь. А, да, реально. Нифига себе ты звуки не слышишь. Чуни, мы дома. Это значит что-то погнать? Дом Сквидварда. О, боже, точно. Панч Боб. А, нет, у меня не выходит. А, точно, у меня же баночка из земли, и что в ней? Поздно. В смысле поздно? Ты кричишь, я следом за тобой. Так же, как вы делаете это, разве нет? Не, я про баночку. А? Ну тут да. Это должна была быть криограната, но... Я забыл, что у меня банка с мочой. О боже. Позвучи. Я не подумал. Угу. Я тоже жук, ну да пофиг. О боже. Заготовил и принес. Наверное. Если я, конечно, не даю там каких-нибудь жуков у себя на комнате. А, во-первых, я хотел эту штуку поменять. Угу. Не такая она веселая. Опа. Я знаю, кто это. Эй, привет. Рад тебя слышать. Как у тебя дела там? Ну, нормально. В целом, в принципе. Хорошо. Воду из магазина украл. Да. Пятилитровую. Сколько? Ну, пятилитровую. А, мне послышать 10-литровую, я и унесу. Не, 10 литров я не унесу. Так, Волков, ты мне кое-что обещал. Оу, точно, 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 сейчас, сейчас. Так, у вас, у кого какие миссии? Ага, вот у вас вижу. Как раз пиво по теме. Наливай уже, давай. Сейчас иду наливать. У меня ломка. Видишь, меня уже дергает. О боже. Да. Ну это, конечно, упорото выглядит. Я такая борода и... Да. А, ну, Йода вообще всех уделала. А, вот она. Вот это мое любимое движение, которое Йода там делает. А второе? Я еще и обычно камеру вверх задираю, когда от первого лица это дело пью. Получается забавно. О, класс. У меня под такую музыку, как так и двигается. Да. Ну-ка. А, во, пойдет. Вот это тоже классно. Да, великолепно. Так, давай второй. Да, блин. А, во. Ну-ка. О, да. О, нет. О нет, мне жаль твой позвоночник. Позвоночник? Что такое позвоночник? Не знаю, это то, что у тебя, видимо, отсутствует. Да. Как у внутренних органов.
Это знаешь, это когда девушки раньше корсеты носили, примерно то же самое. О боже, да. Просто нижняя и верхняя часть тела живут отдельной жизнью. Ага. Ноги посылают нафиг торс. Так, Волтер, я не вижу вторую кружку. О, да, и правда. Это надо исправлять. Я же не забыл, так знаешь, я даже записал. Сейчас нагсибательный статус на купе и летим с тобой в космос. Не в прямом смысле этого слова. Что за тишина такая? Ну-ка. О. О. Замечательная музыка. Блин, танец сменился. О, пойдет. Да. А, боюсь, это уже будет неважно. Нету. О, привет. Ебучий Яндекс на Викторе. Ой, я оказалась просто в этом. В дроподе. А. Как его? Как называется? В ракете. Да. Что-то меня уже все. Да и меня тоже. И снится нам не рок от космодрома. Ладно, зато мне тогда в прошлый раз унесло в космос. Ага. Да, нас правду подзасунуло. Че, поехали? О, да. А, да, нужно, наверное, погасить эти свойства. Мы как-то раз пьяными поехали на миссию. Может попробовать, думаю, тебе понравится. А, я уже... Да ладно, забей, поехали. В следующий раз тогда. Ого, Волтер не последний вдруг под заходит, нифига себе. Да ладно. Завтра снег пойдет. В некоторых местах уже идет. Ага, у меня уже. А, потому что он просто пьяный поехал. Так, надо музыку тогда поставить. О, пойдет. Это хорошая песня. Нет, это не Пеппа Клоун. Ну что, лечить или пусть живет? Полетели. Смотрите у нас какой прием. We're rich. We're rich. О, да, вы посмотрите на этого красавца. Знаешь, чего я давно не видел, Волтер? Каких чего? Миссий? С бурением планеты, с бурением ядра. Оу, точно, давно их не навещали. Как-то они по заданиям не выпадают. Да, можно платформу отсюда? Куда? А, сейчас. Давай, ловлю лицом. Бум. Не поймал. Ладно. Я взрываю жука. Ладно, давай. Убийца. Давай, расчлени его. Вау, таким толстым куском все выпало. Вкусно. Грустно и вкусно. Да. Ой, да тут еще золото. Тоже мое. Отлично. Ой, то есть наше, да. Да. Я богат, нет, мы богаты. Да-да. Это из разряда. Надо купить мне еще две квартиры в Москве, чтобы обеспечить себе, ой, то есть вам, приют для сироток. Так, а я тут уже все собрал, вроде что нашел, да? Yes. И древности тоже собрал, да? Да. Вижу кусочек золота. О, найс. Туда часто что-нибудь падает. Как ты думаешь, сколько надо понадобится лет распаду урана в бороде Йоды, чтобы она перестала быть зеленой? Даже не знаю. Поехали. Так, сахар мой не трогать, это на Новый год. Я вас знаю. А у нас еще и один источник заражения на карте. Ой, да это не проблема.
О, золото. Yes. Я зовут. Да ладно. Все. А, все утрили. А все, не успел, ты ее на кухнике, да? Да. Да. А нафиг я стреляю? У меня же тут два убийца в команде. Mm-hmm. Успел. Схватил. Конечно. Нет. Да. Ну, по крайней мере, нет, не у меня. А. Да. Нет, у вас окаменелости, просто не обращайте внимания. Сахар воруют, окаменелости воруют. А. Я скоро и до холодильника доберусь, если не уже. Ну-ка, проверь холодильники. Может, там уже нету ничего. Даже мыши. И у меня дома ничего и не было. Во-первых, тут вот эта штука, я сейчас накидаю. А, зачем я? Есть йода. Да. Во-вторых, а вот во-вторых, там... вы тут развлекайтесь, я пойду источник заражения уберу по-быстрому. Смотри, если что. Да, вообще не проблема. Если что, я буду орать. Убей врага, йод. Ой. Так, мне нужна молли. А пахнет тут как аромат. О боже, я вижу этот запах. Так, ну я пошел. Благоухание. Ебой, Нитро. Кружку кисела и носков хочу, сказала Энн. Кисела? Да. Блин. Я бы не отказался от киселя, но можно без носков, пожалуйста. Я бы тоже от киселя не отказался. Я бы тоже. Но без носков. Да. Сказал же? Что за дрянь? Нету дряни. Супер. А я молли слышу, она как раз скинуться надо. Эй, найс. О, воняет. Фу. Блин. А я что? Да просто сейчас ты бы видел, что произошло. Юдаки копает снизу, а я прыгаю на ее голове и копаю сверху. Не, это я видел. Вы когда стоите и ничего делаете, то я так же делаю. Только не копаешь. Так, ну тут вроде все, что нашел. Так, во-первых, вот это я у вас подъем. Даже еще чуть-чуть. А, у меня же КД на тяжелом ударе. Я же жуков размазал. Mm-hmm. А все, идем дальше. Так, вроде бы все, да. Я окаменелости тут не вижу. Mm. Да, ну вот, кстати, вот этот проход. А. Oh. Блин, ну ничего себе, как засунуло. Сейчас прокину, если... Да, нужно прокинуть. Да, вы справитесь. Можно и не прокинуть. Сейчас надо только глянуть, в какую сторону воевать. А, не, нормально. Прямо. Шлеп. Меня там кто-то киркой по затылку почесал. Почему же по затылку? Потому что... Выше не достанете. А выше и некуда, собственно говоря. Да. Так, тут все скопали, да? Угу. Это пошла сразу золото, золото копать. Правильно. Ей, золото. Так, я куда тут маркет начну копать. У меня лосей нету. Но они, наверное, в последний будут. Ой. Нам осталось всего три собрать. Да? Ага. Они обычно всегда в последней пещере. Если задание такое быстро и пещера идет как туннель, то всегда это быстро заканчивается, что нам только на руку. О, а вот так. Опа, Уолтер, смотри. Да ладно, что там? О, бой. Я поехал. О, бой. У нас еще тут кое-что. Что? В стене, сейчас найду. А, понял. Жемчужина. О боже, Мактери. Ладно, я жемчужина. А, вон, нашел. У меня есть тут кое-что покруче жемчужины. О, нифига, ты только глянь на этого богача.
О, блядь, убивают. О! О, бой, окей, я ставлю турели. Давай, закидывай сюда. Ну ты чё? Вон же молик, вот нихуя. Вот назад посмотрите. А, уже посмотрели, ужаснулись. Я просто вижу, как эта эскадрилья вылетает на вас. Главное, я готовился воевать в одну сторону, а они прилетели с другой. Блин, патрон не хватило. Готово. Я пока гляну, кто там что пишет. Мемы. Чё мемы? А тут что пишут? Только с носками? Нет, без носков. Да. Носки, пожалуйста, отдельно и в свежем виде. Ну, не покусанные, не понюханные. Оу, чёрт. Что там? Что? У меня Rotoni чат, походу, завис. Я теперь чат не вижу без OBS. Перезапустись. Да, сейчас. Переживем эту волну и перезапущусь. А тут переживать нечего, ее до всех порвет. Видишь ее? Да. Ну вот. Странно, у меня почему-то вот именно два последних сообщения N. А, они у меня с большой задержкой просто появляются. Ага. Чему-то. Ну такое тоже бывает. Мне интересно, какой-нибудь патч вот в 9 часов вечера выйдет с выходом игры? Мне кажется, должен. Блин, да, возможно. Хотя я не знаю почему, но у меня посреди дня 15 гигабайт докачивалось. После того, как я 20 гигабайт скачал. Ну, какая-нибудь патч какой-нибудь нова точно была. Кстати, я тоже скачала, правда, я еще не успела попробовать запустить. Так ты бы и не смогла. Там нечего запускать, там только настройки. Там еще заблокирован, да, только настройки. Я хотел запустить обучающую миссию, чтобы настроить чувствительность мыши, управление под себя, потому что я в это говно, когда в первую часть играл, я замучился. Там, я управление под себя настраивал раз в 10, потому что неудобно было. По итогу я настроился как-то, но кое-чем пользоваться не мог. Зато удобно было. Кстати, там вроде можно импортировать настройки из... Но это не сработало у меня. Импорт настроек у меня почему-то не сработал. Ты что ж стимовскую качал? О, блин. У меня батлнетовская версия была. Видимо, из-за этого не произошел перенос. Вот. Я, кстати, окаменелости закончил. О, класс. А я нашел еще одну жемчужину. Ее, бой. Ну все, валим. О, куда волк-то жемчужина? Полетела. Блин, недолёт. Черная жемчужина. Сейчас я еще кое-что тут проверю. Мне показалось, и меня только что жемчужина чуть дальше откинула. Не знаю. Просто у меня крюк в КД был, а я как будто второй прыжок сделал. Или я на твоей голове отлетел. Может быть. А, вот тут. Вполне возможно. А нет, тут ничего нет. Все, поехали отсюда. А, сейчас я все-таки перезапущу Rotoni чат. Давай, перезапускайся. Так, exit. У нас тут жуки идут. Йода, прикрывай, убивай! Yeah. А ты до этого Йода играл в какие-нибудь королевские битвы или Warzone? Вот, кстати, нет. Тогда будет весело, не переживай. Тем более это не Battle.net, поэтому все первоуровни будут. Хотя пойдут, я уверен, задроты, которые уже наиграли в овер миллиард часов и в колду и все. Все будет весело. Да. Блин, их же основная Call of Duty вышла. Уже и так. Да, они все там начали играться одинаково, когда вышла там одна из них. За исключением некоторых мелких изменений. Ага. Так, все, поехали. Ну да. Так, а где Молли? А, вот она. Удар. Yes. Так, сейчас проверю на всякий случай чат. С учебой. Да, удачи с учебой. Да, удачи. А че я буду Молли ждать? Я поехал. Давайте, до свидания. О. Окей, сворачиваю свои турели.
Выпускаю дронов. Выпускаю дронов, это звучит как угроза. Да. Как я сейчас собак выпущу. Вот как раз только хотел сказать про Харстон, там есть фраза, это я спустил собак в отрыска. Вот ты так же, это я спустил дронов. Я, кстати, в Харстон больше не ногой после одного раза. Оу. Я какое-то время пытался играть, но затем понял, что либо я задротю и коплю себе достойную колоду, либо не прихожу. И выбрал второе. Я в Хардстоун играл со стандартными картами, которые там падали, и все было у меня хорошо. До того момента, пока я не пошел играть, не сказал своему двоюродному брату, что я вот играю, ну, старше, наверное, два. Так он меня там выебал, лучше не вспоминать. У меня карта, буквально, динозаврик 3-2, а он там херачит тьму 40 на 40. Jesus Christ. Да, я ставлю динозавра 3-2, он хуярит тьму 40 на 40, а потом, нет, нахер, я больше в эту игру не ногой. Угу. Ну вот у меня примерно так же было с мультиплеером в основном. Я со своей стандартной картой ничего толком добиться не мог, потому что у всех уже были какие-нибудь охреневшие комбо-карты. Точнее, комбо-колоды. А сейчас там, кстати, новый класс вышел, рыцарь смерти. О. Ребят, вы опаздываете. Мы не опаздываем, это ты рано. А, ну да. Тут что этот звук себе позволяет, да? Жаль, мои жаль, мои дроны тебя не кусают. Есть ракета, у тебя был ракета, да, точнее. У тебя были все шансы отомстить. Так, стоп, что за стрим? Что там пишут, что там обсуждают? Ты чё? А там что-то обсуждают, хочу там... А, вот, видео, вижу. Я ж просто Discord тоже смотрю за ним. А, понятно. Ну, смотрю, чтобы какой-нибудь парнух не скинули. А то было уже пару раз. Жуть. Да. Ну я их уже забанил само собой. Угу. Вы, кстати, Волтер, хорошо, что ты не девушка. Потому что есть такой индивид на Твиче, Пикачу. У него, я забанил его твинков штук 12, наверное. Оу. Да, он все время писал, типа, здесь покажи сиськи и что-то вроде того, тубером. О, кажется, я слышал о нем еще в Твиттере. Блин, жуть. Да. Люди, он даже от... люди даже отслеживали его новые никнеймы и говорили, мол, теперь это он, остерегайтесь его. Просто залетал в личное сообщение к витюбершам и домогался их. В личные? Он у нас в чате пишет, в общем. О, боже. Да, я забанил его твинков 12, он разозлился с того, что я твинки вечно баню. Написал мамку ебал и начал спамить парнукой в чате. Жуть. Да. Да, я его тут же забанил опять, но уже в Дискорде. Боже, проблемы с башкой. Я тоже не могу понять, в чем прикол. Угу. Мне кажется, мы его теперь будем реже видеть, потому что сейчас же появился бот этот. Мало ли, что он там наколдует теперь. Mm-hmm. Может, ему уже не надо больше никому ходить. Так. А что такая тишина? Ну-ка. Ой, нет, мой позвоночник, он исчез. О боже. Опа, это что, налили? Это мне? Да. Не. Давай, забирай свою кружку. Это мне. Это мне. Кстати, Йода, ты хотел попробовать пьяно съездить на миссию, да? Ну, это минимум три кружки. Да, вот это вот мне нравится. Оу. Ну, естественно, что еще, какое же еще пиво может нравиться темному мужику? Просто тьме. Не темному мужику. Блин, вот то, как он качает бедрами, пока пьет, ну, это, конечно, прикольно.
мне нравится. Ну, вместо нормальных текстур, когда ты от третьего лица смотришь, там просто квадрат спавнится. Да. Да. Ну и чтоб повеселее было. О, погрустили, а теперь повеселимся. Нет, грустим с листолюбов, а это нормально еще. Окей. Это скорее жуткое. О, да, тепленькая. А, горячая любовь. Это вам. За нас. За нас. Yeah, boy. Yeah, вот так же я после Валоранта сижу. Или For Honor. Так, ну мы с тобой пошли трезветь, а Йода так поедет. Нет, я за компанию. Что так троится? А, да? Тогда поехали. Да, я за компанию буду так же. Ну, поехали тогда. Да. Какая картинка. О, да. Ты еще стрелять не пробовала. И у тебя-то, ладно, у тебя-то пулемет, у меня-то с винтовкой, ты представляешь, как мне было весело стрелять? С винтовки, у которой один выстрел. Блин. О, да, поехали. Все еще постоянно съезжает в сторону. Да. И сам персонаж оступается. А самое веселое, знаете что? Что же? Да? Это не лечится. Это как повезет на самом деле. Но если упадете, то возможно отрезвеете. Наверное. Наверное. Возможно. Да. Я не обещаю. База тьмы. Локация, на которую мы едем. Что самое забавное, это твоя миссия. Возвращаешься к тебе домой, не так ли? Наверное. Sweet Home Alabama. Да-да-да-да-да-да-да-да. Это из танчиков, что ли? Да-д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 а. Нет, это... Это напевая Sweet Home Alabama. А почему я все так четко вижу? Оу. Тебе не повезло, ты протрезвел сразу, видимо. А, нет, вернулось. Вернулось все. Вернулись эффекты. Это они не прогрузились сначала, видимо. Нам надо убивать жуков. О, нет. Назойливых, в смысле. По ним просто стрелять. Но я уже одного убил. Я просто на момент забыла быть пьяной. Да. Это как мужик, у которого был альцгеймер, забыл, что у него альцгеймер и вылечился. Блин, я заебусь выкапывать этот потолок. Я вот сейчас посмотрел. О, господи. Вот это... Так. Вот это. Я не знаю, попал я или нет. Нет, не попал. Вот сюда целься. Есть. Так, в какой из этих шариков я должен целиться? Пробую вот этот. Давай. Оба. Лучший. Вот сюда еще надо. Туда. А, это же акварки. Нет, тогда забей. Иногда хочется один глаз закрыть, чтобы одним, ну, видеть, и не троилось. Ага. Одолжи её дернуть из своих повязок. Я сейчас вам вниз акварки буду скидывать, готовьтесь. О, бой, заражажа. Гажа? Заражажа. Три источника. О. Ну как раз вот на каждого по источнику. Так, ребят, ловите первый акварк вниз. Волтер, вот сюда надо. Окей, вот сейчас. Надо. Вот в этот можешь. Оба. Так, ну пойдет. Нет, не пойдет, Волтер, не пойдет. Совсем не пойдет. О боже, держись за что-нибудь. Я-то держусь. Так, хрено мое. Попал, не попал? Ну, блин. Оба. Я скидываю еще один. Ты сейчас. Куда целишься? Я пьян. Я знаю. Подсвети, ты, к сожалению, не можешь. Ну да, потому что ты уже... Я
Я тут уже свечусь. О, хорош. Отлично. Блять. Ничего, живой еще. Пока да. Вот туда можешь тогда закинуть, попробовать. Попробовать? Да, попробовать. Так, а я что тут хотел выкопать? Аквар, да? Да. Вроде да. Еще кидаю. Сейчас я его тут найду, нащупаю. Угу. Еще один. Я еще один нашел. Выкопаю. Еще один вам вниз. А, я... Ой, вниз. Ага, минус ноги. Хоба. Да блин. Давай, кидай мне. Я ловлю. Хоба. Ай да молодец, поймал. Поймал, да. Лично в руки. Так, это... Это 6 акваков или 4? Это 5. Как сложно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там лежит еще. О, отлично. Ну так, мы почти все собрали уже. Да. Это несмотря на то, что вы пьяные. Ай, офигеть как. Еще как. Стельку. Блять. Дарк. Оу. Господи, сейчас на пьяную рожу тебя бегать, спасать. Так. Гравитация бессердечная, ты сволочь. Я иду. Я копуюсь. Не торопись, я пока чай попью. Отдыхай. Да блин. Начинь, я на расслабоне. Я слишком пьяный, чтобы напоить тебя. Поднялись. О, бой. Это за вами. Угу. Блин, в таком состоянии только отстреливать этих еще жуков, которые надоедливые мушки. О, да. Переживай, с ними я справлюсь, если меня не съедят. Также у нас снайпер. Скаута снайпер. Как это, я видел, встал, ставку делал, там низи за баллисту сел. Мид-то снайпер. Да. По поводу ниндзя, кстати, мне понравилось, он стоит на точке фуловой, его никто не трогает, я там воюю с двумя вражескими идиотами, и он просто стоит, ждет, пока мне запись. А потом, когда меня убили, он подошел, решил мне помочь, но не резнул. Как раз, когда я уже побежал. Ловите еще один. А, вот. Ага, это последний. Так, остались жуки. Ничего там? А, ну и заражение. Ага, и нам надо срочно добыть нитро. Так, а ты меня тут... Я вроде где-то тут видел одну. Так, ну на той стороне вижу. А, вот сюда вот так. Ауч. Кто-то в меня ведрами кидается. Эй, hey, unfried rice, hello there, thanks for stopping by. Really glad to see you here. Эй, hey, hello there, hello. You activated all the red pads, thank you. Now. Don't mind how the game looks right now, I'm just drunk. I'm just drunk. Oh. Little bit of... Order me... drink all day, да? In the game, yes, in the game, yes. Yes. and he just started to drink in real life. Uh-huh. Yep. Yeah, nice. Сейчас я вам нитру принесу. Nice. Немножко маленько. But yeah, thanks for stopping by. Glad to see you here. How are you doing out there, by the way? Also, thanks for all the gifted subs before. Really appreciate it. Ага, нитру воруют, но я тогда начну с заражения. Окей, я пойду помогу. Давай, бери пылесос сразу, начинай тут все пылесосить. Ага. Мы тут быстро справимся. Тут она концентрирована, такая жижа. О, отлично. Я потом из этого борща наварю. Убил бы я еще варить борщ, но вам же это не важно, верно? Да. Главное, что он есть, она как сварен. Мы потом с толчком нанесли.
But hey, at least I have the rest of the day off now. Oh, nice. I took all off work today because of my dog. Oh, okay. Hope everything is okay with your dog. Ой, тут сразу же второй идет. И сахар. Сахар мне. Блять. Вот жук. Yeah, also sorry. Right now I'm playing with some of my Russian friends, so partially I'm speaking in Russian right now. Hey, another one. Russian friends don't know English. Hey, some of them know. Юденки, например, знает более-менее английский. Да. Да. О, oh, thank you. Мы вчера как раз об этом поговорили. О, oh, меня просто не было с вами. Да не переживай, это все в шуточной форме скорее было. Да, просто то, что понимать понимаю, а сказать часто бывает, что не могу. Да. А еще я показал ту картинку, когда, помнишь, я шутил, что типа, вот это мы с тобой там стоит Бэтмен и говорит, что здесь мы родители погибли, погибли Рафаэля, а он говорит, я нихуя по-английски не понимаю. Что-то ты тут это... Да, что-то как-то... Оно рассосалось. Теперь давайте этих жуков рассосем отсюда. А, вы уже... Ой, это не я. С двух столов мне в лицо. Ой, это не я. Ну типа нет, я еще не с двух столов, с одного. Ну окей, снова хотя бы. Видишь, смотри, какой мелкий кусочек. Ну-ка, что это тут летает? Мерзкое такое, нахер отсюда. Окей. Just one more left. Вот еще двух слышал. Ну-ка, стоять, суки. Воу-воу-воу-воу. Раз. И вторая. Готово. Дострелял. А, ну все, осталось шип устранить и все. И дело шляпы. А я да? Всегда как где он? А, нет, не тут. А где он тогда может быть? Ну, мне кажется, мы что-то пропустили. Так, посмотрим по карте. А, ну вот, вниз есть проход какой-то, вот, наверное, нет. А хотя тут сахар кто-то подел, это не я. Хе-хе-хе, это я. Подкусил. Ах ты, понят, ты жрёшь мой сахар. Не тебе же одному уж жрать сахар. Он наш сахар. Так, а ну тут тоже уже все. Раздели сахар среди трудового народа. Блин, я не знаю, а может там, наверное? Да, пойду куда-то. Едить, Клай. А, фак, о, боже. Что там? Да я думал, что сейчас упаду, в итоге какое-то прыгательное комбо выдал. Надо просто подписал. Воу-воу-воу. Как-то многовато. Ничего, сейчас справимся. Да вы там... Два убийцы, я видел, как вы разрываете эти жуки, мне страшно с вами находиться вообще. Блин, а действительно, а где еще одна? Если по карте глянуть, убрать жуков, которые тут мне помешать хотят. Мне кажется, я начинаю видеть, где примерно. Так, надо посмотреть вон там. Блин, там здоровая яма. О, где? Около меня. Это я умею в здоровую яму погружаться. Баротравма. О, боже. Я бы, кстати, сыграл. Не знаю. Может, из... Я понимаю, что ты хочешь сказать. В общем, если несерьезно воспринимать баротравму, то я бы тоже сыграл. Ну так и... А... Волт, ты вспомни, чтобы я хоть раз во что-то серьезно играл. О, вот это мое. Ну как бы да. Даже снайпер элит, помнишь, мы с тобой по стелсу хотели пройти, чего мы там. Стелс, да. Никто тебя не заметит, если некому замечать. После того, как они. Да. А помнишь тот баг, когда у меня парень по лестнице в космос забирался? О боже, да.
Если хочешь это, я тебе тоже могу показать. Я на ютубе сохранил. Хорошо. Готово. Отлично. Вот как раз мы сейчас будем, когда выбираться, я на ютуб по-быстрому заскочу тогда. Покажу. I'm falling and I can't get up. Где тут выход? А, вон, нашел. Волтер уже лестницу строит. Просто у нас со снайпер элит как там постоянно выходило. Половину карты пройдем по стелсу, затем нас кто-нибудь заметит, и мы убиваем всю карту. Причем эту половину карты мы проходили по стелсу, потому что там противников не было. До встречи буквально. А противник у нас этот БТР был противник, как мы долго с ним мучились. Боже, да. Причем не один. Че, поехали? Бегали по всей карте от него, а потом мы походили кое-как. Сейчас я вызову supply pod. Давай. Я помню, мы тоже проходили Sniper Elite. А, да. Не мы, кажется... помню, насколько у нас стелсово получалось. У нас получалось более-менее стелсово. В некоторых местах мы, конечно же, устраивали массовую бойню. Да, в основном мы по-тихому вроде бы. Не, ну с учетом того, как... Не, у нас какой стелс? Стэмблс. Стэмблс, да. Никакого стэмблса не было. Ну, если я иногда использовал базуку в качестве винтовки. А, ну, конечно. Я вспоминаю, коп был там. Надпись, типа, когда зашел противнику с АВП, который тебя 10 раз убил. Happy birthday, motherfucker, он с АВП в него стреляет. Я скинул, если что. Окей. А, окей. А, опять в чат, в котором мы сидим, голосовой. А, хорошо. Я хотел еще туда музыку поставить. Лесница, она, мирок, от космодром. Но ничего, в панду стало, я оставил на космодром. Так, ну я могу не стрелять, вот тут сами всех положить. В целом, да. Да. А я начинаю трезветь. Тебе кажется, на самом деле. Я так всю миссию просто проходил. Просто привык. Да. Ага. Да. Эффект не ослабевает. Будешь потом как Рок Ли. Как там? Тайджусу, да? Мастером пьяного тайджусу станешь. О, боже. А что, хорошо звучит? Угу. А, техника пьяного мастера. Да-да. Это честь их, я случайно подстрелил. Давай, жри его, Стив, я помогу. Хорош, Стив. Я с собой возможность забирать Стивов не взял. Мой Стив. А, Стив, да. Блин, мне так нравится им по головам стрелять, но я бы хотел, чтобы я в тело их ваншотил. Чтобы не приходилось целиться. Эх, зачем целиться? Зачем целиться, сказал Уолтер с дробовиков. Ну да. Стреляй куда хочешь, все, по большей части попадешь. Хотя бы примерно в сторону пройти, жука и нормально. Что самое забавное, примерно так говорилось в официальной инструкции для полицейских США к тому, как использовать дробовик. Серьезно? Да, вы можете просто повернуться в сторону преступника и одним выстрелом снести его. Неплохо. Ну и там говорилось, мол... Не используйте дробовик в скоплениях людей, потому что помимо преступника вы раните весь народ. Так, нет соответствий. Есть? Отлично. На этот раз я первый. А он... А Дарк последний. Да, Дарк последний. А я тут чаты проверяю. А, да. Оправдание, Товарищ. Оправдание, да. Ну ты же видишь, я на месте сижу. Угу. Поехали. И вообще, че вы тут бубните, я не понял. Ну-ка, охладитесь. Вот теперь поехали. Заморозил еще. Меня жмыхнуло. Это что, подождите.
Это там было жемчужина, которую мы не вскопали? Так, возвращайся. Тормози. Это была Кварк. Не волнуйся, это был всего лишь Кварк. Не-не-не, там, там рядом с ним была жемчужина, которую ты не увидел. Кварк. О нет, высаживаемся обратно, быстро, тормози. Мы жемчужину забыли, да? Да-да. Как я тогда... Был случай на поезд, ну, надо было на вокзал ехать, уже вот буквально, уже ездим, половину дороги проехали, и я начала паниковать, что-то подумала, что очки забыла. И уже... Короче, начали машину разворачивать, а я нашла на свои очки. Так, я кое-кого вижу. Было бы смешнее, если бы они были бы на мне. Ладно. Так, угу. Не-не-не, ничего-ничего. Кого видишь? Эй. Мне тоже интересно, кого там увидел. Кого видишь? Не-не-не-не-не. За Ланара. А. Если хочешь за Ланар, можешь присоединяться. Вот по поводу вот таких потерянных вещей, я помню, маленький был. У меня в одной руке была машинка, а в другой руке телефон. Я что-то иду, задумался, вечером мне надо было домой, я был расстроенный чем-то. Я смотрю, у меня машинка есть, а телефона нету. Я давай реветь, давай искать. Бегал, я позвонил маме, спрашиваю. Мам, говорю ей, мама, я телефон потерял. Я сбрасываю потом, иду дальше, ищу свой телефон. Потом что-то так постоял, подумал, посмотрел на руку, думаю, ёб твою мать. Ну, бывает такое в стиле, оно у тебя на голове, а ты его потерял. Ну, у меня в детстве очень часто телефоны терялись. Ну, кнопочных не жалко, но стоит копейки. Но, тем не менее, я потерял за все это время телефонов 16, наверное. А. Так, Уолтер, почему в моей кружке пусто? Почему у меня даже кружки нет, Уолтер? Видишь, смотри, как нас требует еще. Я тебе только две обещал. Остальные я по своей доброте душевной наливаю. Ну так миссия закончилась, надо отпраздновать. И то правда. Вот, что ты начинаешь? Ну вот видишь. Жук фигни не посоветует. Да. Блин, как же хочу вот это же движение, как у Юдеки. А вот да. Это мое просто самое любимое движение. Очень неплохо, но не то. Да, особенно под эту музыку. Ну давай. Я уже танцевать устал. Да ёпарас. Да. Не судьба. Ну реально не судьба, походу. Сейчас уже песня закончится. Я уже все танцы посмотрел, а то, что мне надо, не буду. О! Вот. Опа. Не, ну... У меня еще и броня там. Да. Боже. Самое интересное, у меня на ютубе играет песня Dancing is one to do, Dancing is what you... А, да, это. О, другое дело. Ага, про пиво все забыли. Требовали, да забыли. Почему меня так наклонило? Подожди. О боже, нифига себе. Что с тобой? Мне кажется, ты меня убил. Блин. Офигеть. Танцуем под углом. Странно. Ну да. Мы шутили про буровую установку, теперь я сам стал буровой установкой. Великолепно. Сверлишь под углом. Yes. Я такое впервые вижу. Да, я тоже никогда не видел. Покемон абстрактно выглядит. Выглядит скорее не то, что ты танцуешь, что ты паникуешь. А, я просто. У тебя не под углом. Это особо жуткая магия. Все. Поехали. Да. Mm-hmm. Чебурашку показал, с вас хватит. Маленький больше. Ладно.
Поехали тогда на мою миссию, тем более у нее бонус по опыту. Единственное, что я только сейчас буквально на минуту отойду и сейчас вернусь. Окей? Давай. Денсик из My Soul. Вот что там появится. Здесь еще 10-часовая версия. Что там? Larry, hear me tonight. Does my feeling. Так, я кое-что понял. Нет, секунду. Я кое-что хочу. Ну-ка. Еще? Не, мне не хватает. Ладно. А что ты именно хотел? Как будет хватать, так узнаешь. Окей. Отошел, называется. Боль. Окей. Стрим на 2 не разделился, но у тебя нет ни оверлея, ничего. Не, все, сейчас восстановится. Прогружается. Раз, да? Блин. Да что ж такое? Ну-ка. Блин. Нет. Сейчас. Close. Эй. Так, секунду. Где так еще борода двигается? Да. Могучая борода. Деревная. Могучая урановая борода. Окей, да. Все. Из-за того, что я микрофон у себя выключил на секунду, мне пришлось его переназначить еще раз в проге. Окей. Что вы там бородуете? Бородуйте, а ты посмотри. Оу, вон что набородовали. Да. Сейчас я тоже набородулю. А мы в шаттле. А, фак. Я иду, я сейчас дойду. Я ведь дойду, я дойду. Я дошел. Нет. Нет, ты на финишную прямую встал. Блин, прямо на пороге, черт. Окей. Придется и за еще одной идти. Нет. Где моя кружка? Волтер, блядь, ты чё мою кружку выпил, пока я тебя поднимал? Что за багер? Кошмар, ты меня без... Ты чё сделал? Я не знаю. Ты чё за фокусник колдун? Где моя кружка, Волтер? Ты, видимо, на меня её вылил. Кошмар. Так ты должен был вообще тогда побереть. О боже. Меня вообще разорвать надо было. Ну тебя бы реально разорвало. Тебя ты меня бустанул. Ты чё у меня тут попой тычешь? Не-не-не, заходи, поехали. Окей. И поехали. Сейчас интересно, что будет. Не все сразу завершится или чем? Я только что слышал, как мой персонаж упал. А я не успел. Посмотрим. Рубрики... В эфире рубрика «Эксперимент». Эксперименты. Окей. Ну-ка. Будет забавно, если мы будем. Не, нормально. Офигеть, меня развезло. А у меня пока нормально. А у меня нифига не нормально. Охренеть, господи Иисусе, я даже выйти из шаттла не могу. Офигеть, о, господи. О, гад, о, мэн, о.
Ой, я вижу у тебя, как выглядит. Фак. Фак, оу, щит. Кстати, есть... А, все, все, вроде отпускает. Нет, не отпускает. Развезло. Я причем мышку не трогаю вообще. Я клавиатуру даже не трогаю. Все. Это у меня самого его так. Йода, мы с тобой чуть-чуть не успели, получается. Окей, окей. Фак. Ладно. Наверное. Ладно, я могу с этим работать. Я могу он с этим. Он за всех нас, видимо. Да. Как он две кружки выпил, мою в придачу. Ага. А, точно, он же две, получается. Так, сейчас. Я тебе платформу дам. Да, ба. Уже можешь давать. Хоба. Оба. Ты еще и попадаешь, охренеть. Балансировка. Ебучий фокусник колдун. Ты как это делаешь? Контрпьяная балансировка. Разумеется. Иди сюда, растение. Хватит, есть. А, надо еще идти окаменелости собирать. О, бой. Да, окаменелости. Ну, окаменелости это мне нравится. Это, пожалуй, мое любимое доп. Задание, окаменелости. Так. Хотя бы сканер не развезло. Наверное. 3, 2, 1. Окей. Okay. Шоба. Так, ну я тут никаких окаменелостей пока не видел. This is peak dwarf performance. Так, куда нам воевать хотя бы? Чуть выше прямо. И ведь пока тебе не скажешь, что не в ту сторону воюешь. Потому что пока что в ту сторону воюешь, несмотря на твое состояние. О, окей. Что ты делаешь? Знаешь... Говори. Как Димаман из Team Fortress. Он живет таким образом. Прощай, печень. Да. А, ну ты как раз тут на глазы. О, боже. А, ну да, кстати. Так, сколько тут турелей? Неважно, я обе застрелю. Она одна, Волтер. Одна? Серьезно? Да. О, черт, 4 турели. А эти как раз 2. Фак. Ну, у тебя почти, Волтер, почти. Окей, окей. Я, кстати, ни одного каменности еще не видел. Так, мы можем с этим справиться. Я только одну подобрала. Это что за хрень? О, да, это хранилище. Там ресурсы? Нет, там данные вражеской корпорации. И нам надо их стырить. Согласен. Что я хорошо умею делать, так это обносить ваши холодильники. А, ой, и воровать. Ну-ка, Волтер, а сколько этих штук стоит в центре? Ну-ка, скажи. Каких? Я вижу два шарика. Ой, их уже 4. Чёрт. Они крутятся вокруг друг друга. Ты космонавт, оказывается. Поехали. Габа. Какие прикольные растения. Да, это же биозона. Нет, биозона это другая, кажется. Это просто мир аватара. А, да. Тут вроде еще и гравитационные штуки есть. Ну, мы их еще успеем увидеть. Угу. Это что, платформа? Это огне? Да. Спасибо. Я удивлен, что ты, конечно, в меня попал. Но, видимо, ты в прошлый раз научился это делать. Ага. Контрдроны. Хорошо, что у меня оружие, с которым не особо надо целиться. Да, примерно по мысли в сторону как раз попадешь. Угу. Ой, еще. Плохо то, что места для нитры нету, она получается просто вниз скидывается.
А. Подберем. Да. Ну да, я этим как раз и занимаюсь. Офигеть, сколько да. нитро, кстати, собралось уже. Да, и у меня еще да. полный карман. Все внизу. Угу. А, ну настолько окаменелский вот эта вот штука. Даже без заражения, удивительно. Ну да. Мы просто не в зараженной зоне на этот раз. Йода, тебя не смущает, что за тобой там полчища жучьи ползут? Один или уже... Тот... Вот. Или ты уже привыкла с жуками жить? О, Стив. Один из этих жуков стал Стивом. Отлично. Так, теперь надо проследовать по проводам. А нет, надо добыть еще нитр. Так, я вас украду, Молли. Так. У меня просто уже и кропа, и нитро, и окаменелости. Парочка. Где он шурует? Вижу. Идет. Ах. Так, ну я пошел в эту сторону тогда исследовать. Вот еще, нитро. Где? Скопать надо, да? Я платформу поставил. А мы из этой случайно не пришли? Ну, не знаю. Но если факелов там нету, значит не из этой. Нет, не, нам надо не в сторону проводов. Вот. Я надеюсь, что через стену идут. Ну, это... я один на потолку видел. Ты там в порядке? Да, я да. всего лишь сломал себе обе ноги. О, боже. Нет, ну, а хотя... Или это ты прокопалась тут? А мы тут были. Ну да, да ты куда-то туда пошел, где мы. О, шли? Отлично. Так, ну туда пошел по проводам. Я как раз на потолку видел. Вот, я прокинул канат сюда, к проводам. Отлично. Мы со Стивом пошли. Я иду за вами. А я за вами. Снайперы. Снайперы. Да. Сейчас я от них избавлюсь. У нас есть контрснайпер. Шикарно. Еще б я знал, где у них больная точка, чтобы их ваншотать. Ну ладно, я и так справлюсь. Готово. Хорошо. Вот, кстати, по поводу вот этих снайперов. В Ghost Runner, когда играл, там вот, тоже этот лазер, видишь? И когда ты лазер этот видишь, от него надо максимально морозиться, потому что он мгновенно тебя убивает. Mm-hmm. И это причем не именно лазер, это просто, ну, не понимание того, что это как бур, который лазер, а в смысле это лазер как у этого, лазер. В общем, прицел. Да. Если вот на тебя он навёз, тебе пизда тут же. Mm-hmm. А где в эту штуку стрелять? А, это же надо... Сейчас я тебе, блядь, провода повырываю. Где ты там? Что с ним надо сделать? Ну-ка скажите. Какнуть. Где? Где? Да эти... Где? Скажи, где? Я вам сейчас втащу. Как вот эту штуку хакнуть? Ты про ту, которая в центре, вот эта вот большая? Да. Да, хакинг-дронг вызвали. Теперь надо проводить связь до него. Ага, вот как это делать. Блин, а я-то думал, ну ладно. Ага. К сожалению, так. Ну ладно, еще более-менее удобная позиция у нас. А еще у нас золото. Я вот добыла золото. Да. Я пойду по пещере побегу. Блин, ну растение тут мое почти. Синий цвет, кстати, призван самым любимым цветом в мире. Вау. Самый распространенный, который почти всем нравится. Круто. Ну и я не исключение, само собой. Ну, у меня любимые цвета черно-белый, мне видно, но я не против синего, он хорошо выглядит. Синий приятный цвет. Я вообще не могу сказать, какой любимый цвет, потому что... сложно. Да, та же фигня. Ей, господи. Как же меня несет, а? Ладно, золото.
Ты платформой попадаешь, дробовик у тебя, ну, примерно в сторону выстрела из норм. Угу. Не парься. Да. Че это тут? Обы. Чу-чу-чу. Чу-ч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 у. Еще одна штука, и мы готовы. Ой, это же взрывается. Я подбежал к какой-то круглой фигне, думаю, ага, дай-ка заберу, а потом вспомню, что взрывается. Ага, у меня фаеры кончились. Я только не раз собрал уже все. Еще чуть-чуть. Есть. Готово. Хорош. Сюда мы пришли. Второй полот идет. Так, ну что, я запускаю хакинг дрона. А у вас там вторая же, что ли? Нет. Первая. Надо запустить процесс. Я думал, вы уже взломали. Нет, нет, мы еще не начали. Я только проводил вот линию. А, тогда окей. Ладно, я начинаю. И припасы бы, а то мне уже светить нечем. Окей. Запускайте капсулу, пока не колдует. Плохо то, что тут все из-за того, что такое филозовое наполовину. Хочется грибов вот этих взять и что там, чтобы не варить пиво. А ничего такого нет. А блом. Опа, это мне. Ну робот этот забавный, который взламывает. Ага. Он в кепочке. Ой. Стильный мод, отлично. Я надеюсь, он от радиации не откинется. Не. Ой. Он только от укуса вроде откидывается. Или от стрельбы, да? Что за гадость там ползет? Так, надо перезарядить турели. Давай. Это ж... А, точно, это же Йода, я забыл. Я забыл, что она там отстреливает так, как будто это ПВО. Это что значит, как будто? Да. Так, надо его восстановить. Да. О, вот. Угу. Опа, это моё. Есть. Ёпанс, готово. Отлично, минус один. Mm-hmm. И он улетел домой. Готово. Я хакер моя. Не зря в нее не стучусь. Да, я просто падаю тут в ямы. I'm falling and I can't get up. Ага. А можешь припасывать? Да? Там ничего нет. А, окей. Там только сахар, но это моё. Я буду искать вторую линию. Надо, наверное, вернуться и оттуда уже, да? Да. А я не видел, куда там провод шёл. Я теперь вижу зато. Вон туда. Чё-то я, наверное, по зиплайну спустился, потому что оно всё ещё выше. Парься. Ой. А, нет, все еще. Блин. Ух. Я тогда пошел только. Ага. Пока что тут у нас. Во-первых, турели гадкие. А, у меня, блядь, патроны кончились. Так, что куда? Так. Ну как? Ножками вот. А? Думаешь? Думаю.
А, это хорошо. Думаешь, значит, существуешь. Блин, не зря Ghost Runner играл, оказывается. Уклоняться от турели получается очень хорошо. Так, я не могу. Что такое? Сейчас. Я пытаюсь просто добраться до этой верхотуры. А, я забыл, что у тебя там. У меня тут в хламину все. Да-да, я действительно забыл об этом. Господи, меня это реально начинает мутить от всего этого. Это неудивительно. Знаешь, это памятка мужика. Встану утром рано, посмотрю наружу. Больше пить не буду, но и меньше тоже. Ой, снайпер. Соблюдай баланс. Так, ребят, что хотите, а я сюда припасы вызываю. Окей. А то там снайпера, а мне отстреливать их нечего. А с дробовика я заебусь не подходить. Я настолько пьян, что я иногда вижу сквозь текстуры. Так это не пьянство, это дар. А, это куда, блин, куда, куда? Куда? А куда ты копаешь, собственно? Хороший вопрос. Я думаю... Посмотри, куда он копает. Ну, не так немного рассчитал. Ребята, перелет. Ребят, там людской проход есть. Борский. Куда вы будете копать? Я нифига не вижу таким образом, мне плохо. Я верю. Пустись, я прокопала проход. Окей. Спустись. Легко сказать. Так, конечно. Я поражен. Так где? Где что? Ох. Фак. Я пока тут снайперские турели поломаю, нитро покопаю. Вы там не спешите. Сахара поем. Ох, спешу, не спешу, я все равно... Пепе. А быстрее... Пепе. Вот реально ты пепе уже. Уже все. И пепе, и пепа. Та-да-дан-тан-та-да-да-да-дан-тан. Пеппа-пек. А, ты вот в каком? Я-то думал, ты другая Пеппа. И Пеппа, и Пеппа. Да. Ты же сам сказал. Это я сказала. А, это ты. Боже, все, реально уже. Так, в какую сторону мне надо повернуться, чтобы не туда? Разберешься, наверное. Да. Тараканы, блядь, на атакуют! Тараканы атакуют! Назад, сукины дети! Я буду защищаться, буду... Эй, Лерой Дженкинс, привет! Спасибо за визит, рад тебя видеть. Лерой Дженкинс, он на английском говорит. О, oh, hello, Leroy, thanks for stopping by, really glad to see you here. Жизь. Окей, this way. No, this way. Ой, вы сюда пришли наконец-то. Блядь, еще одна снайперская турель. Да сколько можно? Это тоже снайпер. Нашла с кем воевать. How are you? Are you okay? Except for the fact that my character in the game is literally drunk. Это ты называешь немножко? Я хотел сказать смертельно пьян. Literally. А, вот он в чем дело. А то это созвучно с little. Mm-hmm. Yeah, just a little bit drunk. Like... Look at this. Hands off the controls. Jesus Christ. Теперь тебя никто не победит. Oh yeah. I'm drunk enough to not to feel pain. И урон от падения тебе больше не страшен. Жищ, да. Окей, okay, I need to take this ammo. Окей. Shit. Fucking hell. Ты чё как шарик воздушный сдуваешься? Окей, I can take it. Мили ammo. Есть. Боже, даже взятие патронов было трудом. This off.
Главное, на часу не говори, что ты поехал пьяным носом. How many bugs are there? Can you count all the bugs? Окей, вы линию там проводите или хакер дрона хотя бы вызвали? А. Нет, я ресурсы выкапывал. Interesting game. Я тоже что-то как-то это... Yes, it is. Usually it doesn't look like this, but it's just... There's a in-game bar you can visit before the mission. And I had a little too much. Yeah. Remember. Don't drink and drive. Ah, Jesus. Ёпар, если ты... А, точно, лево-правое. Окей, окей. О, окей. Where are you? Где вы там? Наверху, на потолку. Ага, наверху и внизу. Я прокидываю путь. Окей, хорошо, я помогу. Кстати, с окаменелостями мы закончили. I usually have that glitch. IRL. Oh, yes, yes. It's a glitch, of course. You know, you just drink a little bit and everything becomes glitchy IRL. Нормальный такой глич, ничего не скажешь. Where's the patch to fix it? I don't know. Maybe someday they will find. Чуть-чуть не это. Come on, a little bit more. There we go. Okay. Straighten up the sentry. Twice as much to appreciate, though. Yes. Он этими копытами как вообще по кнопкам попадает? Он профессионал. Реально профессионал. У него там все трясется, он тем не менее по клавишам попадает. Вот колдун. Волшебник. А. Да. Ты волшебник, робот. Ты волшебник Гарри. Трансгендер Гарри. Жести, конечно. Что? Яко. Да я просто видел, как ты там по роботу... Ой, я робота говорю, жука разносил со своего дробовика. Вот, there we go. Только сейчас я ему наколдую, будет поражение. Иди сюда. Готово. Он дым скрылся. Что за дымовая завеса? Ну нет, но кто нас дрон так, остановился, надо. Перезапусти дрона, да. Да. А я тут с этой стороны просто нажимаю. Вернись. Вернись, я все прощу. От меня дрон летел, а вот. Хорош, иди сюда. Его сейчас твои мелкие дроны зажрут. Уже зажрали. Mm-hmm. Опа. Это мои. Yeah, boy. We did it. Теперь осталось разобраться только с хранилищем. Okay, now for the vault. Yes. Так, это мой дрон. А. Угу. Да. Да, проводите меня. Ты спускайся ко мне вниз. Окей. Я иду. I'm going. I'm going. Yep. Господи. Если... Да, что? Если я завершу эту миссию в таком состоянии, это будет легендарно.
Нет, прикинь, если бы ты в таком состоянии играл в Warzone. О боже. А, особенно с какой-нибудь марксманской снайпер. Винтовкой, да, или снайперкой. Ей, бой! Это представь, в таком состоянии еще какую игру. Да, допустим. Какой-нибудь КС или Valorant Apex. О боже. Или Хант. Ну, в Хант, кстати, Хант, будет... да. Достаешь так, кастеты и веришь в лучшее. Кстати, Волтер, а? Я буквально вчера в Ханте замочил твоего бармена. О боже. За что ты его так? Кстати, сахар никто не хочет. Это тогда мое, да? Сахар мой. Забирай. Дай тебе сахар. Да, есть. А вы не хотите сахара, не? Кстати, утру надо сахар. Ты за что там тебя откинуло так? Это круглый... Ты чё, жук? Я его просто потерял. Есть. Я попал. По-моему, ты в меня нахуй ячил. Ну попал уже. Ну в жук. Каже попал. Сволочь. Блин, извини. Ладно, что нам все... А, убежу. Ну, батарейки доставать надо. Подождите, надо сначала прикинуть, куда мы отойдем, откуда будем мы обороняться, стрелять. А, да? Ну да, надо прикинуть, потому что здесь будет это вот... Отсюда, отовсюду будет обстрел. Тогда думай быстрее. Желательно, чтобы у нас было место, где можно спрятаться. Тогда прячься. Окей, как я и говорил, целишься куда-то. Боеприпасы нужны. И веришь в лучшее. Так вы патроны уже порядок возьмёт? Но все равно не помешали вы бы. Вы набрали патроны, я не взяла. Оу. Ой, а мне нравится этот босс. Дайте мне катану из густранера, я его в соло размочу. Я же не шучу. Нахуй твои щиты. Ебой. Я еще в таком состоянии уворачиваюсь от этого вот дерьма. Ты вообще жесткий. О, ебой. Ну-ка, выходи, я тебе посмотрю. Открывай глаз. Видишь мой глаз, а я его вижу. Зачем я к нему подошел? Меня электричеством ударит. Вот правильно. Если ты встаешь на его платформу, он начинает электричеством хреначить. А ты что раньше не сказал? А я думал, ты догадаешься. Да, ты не спрашивал, да. Че догадаешь? Черт, опять что ли щиты? А, нет. Вон глаз. Ага, отлично. Я ему в него насовал чуть-чуть. Ну тоже. Так, мне надо у вас сахара отъесть, я побежал отсюда. Что? Бомбы. Ну, какие-то... Да. Лампы, веревки, бомбы. Bombs? You want it? It's yours, my friend. Так, ну сахар я у него отъел. Кстати, патроны у меня действительно кончаются. Вызывай. Вызывай так, чтобы защищаться еще параллельно от этих всех штук. Фак. Ну типа, чтобы как стена для тебя стала. Лучше ты вызывай, или бедаки ты вызови, потому что моя ориентация в пространстве немного нарушена. Я немного занят, меня ебут. Боже. Подожди. Блядь, я тоже без патронов. Не вообще... Ладно, давай вызывать. Где-нибудь вот тут. Да. По патронам грустно. Сейчас будет. Можно сразу даже две вызвать, да? Ага, хорошая мысль. Главное не упасть под supply pod. Да. Блять, сейчас тут валет. Он кидается бомбочками. Подсчит. Ага, он подсчит бомбу еще и закинул тоже. Я побежал.
Блин, мне очень нравится этот босс-файт, он офигенный. Такой драйвовый, шоновый, босс красивый, зашибись. Когда что свои тентакли распускать, ты извращуга. Я что-то двойный... Несмотря на свои двойные выстрелы, я им что-то не особо много наношу. Ой, у меня под жопой граната, а я не смотрю. Есть, есть. Нет, не есть, есть. Вот теперь есть. Нет, есть. Все, все, все хорошо. Двойник. Вон это око Саурона. Херачи. На тебе в глаз. А чё, это всё что? А, фак. Я просто с дробовика ему глаз посыпаю еще. Да не, нормально. Чё там только какие-то посыпаешь? Чё более чем хорошо. У меня опять патроны кончились, что за дела? Где мы тут? А, вон. Отлично, все, последняя стадия у него. Чё хотите делать, на это рубежки. Окей. Ну реально стрелять нечем. Нифига у тебя там, опа, снайперские турели. Что за землетрясение, какого хрена? Он пускает свои щупальца в землю. А, реально боже. Какой-то, реально какой-то густань. Фак. А. That's it, lads, I'm down. Я упал. Сейчас поможем, я избавился от снайперских турелей. Сейчас я с тентактом разберусь еще. Ой, блядь, или они со мной. Волта, ты где лежишь? Вот он там. Ага. Вставай, боец, приведи его фронта. Могу... А, нет. Уже подниму. Меня щитом убил. Окей. Что удивительно, это меня не потрезвело. Конечно, я же знаю, я же тоже таким бегал. А, черт. Я не могу взять патроны даже. Окей. Пробуй. Ладно, думаю, тех патронов, что у меня есть, достаточно, чтобы насыпать ему в глаз. Чтобы уничтожить во всех, что живой в радиусе. Да. Так, открывай глаз. Я пока с щупальцем двою. А, все еще нашпиговываю глаз. А Йодек его добьет почти. Да. Фак. Так, с той стороны. Окей, лучше добей его. Да. Добиваю и... Есть. Монстр. Шикарно. Ага. Сейчас так. Подниму. Надеюсь, меня не накроет. Нет, не накрыло. Отлично. Волтер, вставай вместе. Сейчас, секунду, там турель какая-то непонятная. Куда ты взялась? Ща рванет. Баба. А. Великолепно. Лучшие, лучшие. Короче, только яйца. И то не во всех случаях. Теперь узрите, вот оно. Око Саурона. Да, типа того. Дай в ручках подругу. О, блядь, радиация. Да. Это для меня. Так, где мой? Вон она. А я думал, я тут пьяный. Не, я просто за всеми этими лучами не видел. А. Я. Окей. Престоль, друзья. А, еще закидываться. Ну что, вылазим отсюда. Угу. Да, вау. Пристой. Спасибо, Дарк. Ах. Любовая программа. Спасибо, Йода. Запускайте, поехали. На самом деле был план в том, чтобы проверить эту программу на Волтере. О боже, это все было частью твоего плана. Да. Испытание прошло успешно. Да. Реально, злая зеленая борода. Спасибо за ПТ-тест, Волтер. У нас есть черная борода и зеленая борода на юге. Так, куда меня тащит? Теперь осталось дотащиться самому.
Нихуя. Это вы тут прокопали? Или да? Это оно копает? Это я прокопал. Наверное. Сразу видно твой почерк. Эй, ты понимаешь, в каком состоянии я был, чтобы все это копать? Да, поэтому я и говорю, сразу видно твой почерк. Опой. Я дрифтую. Yeah. А в какую сторону копаешь? В сторону моли. Хорош. Угу. Так. Полагаю... Ой. Ебой. Это... Дарк. А Дарк шучит опять. А я уже все, а я уже нажучил. Угу. Ну, Йода, глазный трос. Оу. Да, хороший трос. Фак. До свидос, хороший трос. Счастливо оставаться. Может быть вот так вот? Сейчас. Ну-ка, да. Просто оттуда не прокидывался. А, фак. Окей, черт. Я обязательно выживу. Давай. Удачи. Окей. Я даже на свою чертову платформу прыгнуть не могу. Баба. На, руби канат быстрее. Никого не рубить. Ай, тить. Отъезжай давай. Давай, там это, с пересадками можно доехать. Хоп. Серьезно? Ёпт, это сейчас серьезно. Все. Не, подожди. Не-не-не, нихуя, не все. Ты че? Ты там просто так, что ли, столько старался? Чтобы тут откиснуть? Не, нихуя. Я с этим не согласен. Ну-ка вставай, блядь. Окей, окей. Окей. Давай, с пересадками. С пересадками поехал. Давайте. Окей. Мы сделаем это. Давай, давай, давай. Ради гномов. Давай. Там вот на платформу, да, вот, где-то там, просто... Есть, есть. Просто цепляешься и едешь. Просто цепляешься, для... ты знаешь, насколько тяжелая для тебя эта задача в моем состоянии? Офигеть, у вас там происходит. У меня только один вопрос, Волтер, ты где тут гномов увидел? Я не знаю, ты видишь, в каком я состоянии, у меня и гномы умерещатся, и что только, и эльфы. Обой, обой. Окей, окей. Я выжил. Дворф лучший. Ультрапьяный дворф выжил. Кстати, 9 часов по МСК. Да, все, можно пытаться запускать Warzone. Я ее уже график настроил там чуть-чуть. Я тоже настроил. А то я запустил. Воу, черт, у меня даже экран итоговый. И то пьяный. Жесть. Офигеть. Вот ты когда еще шоу трясся. Ага. Черт, эффекты не пропадают. Воу. Жесть, конечно. А, да. Эй, я трезвый. Как печально. Печально, хочешь, я это исправлю? Нет, нет, с меня достаточно. Это можно быстро исправить, да? Да. Я знаю чудо-ингредиенты. Боже, я, конечно же... Завершал миссии пьяным, но чтоб настолько. Бой. Что ж, за это можно и выпить. Блин, с языка сорвал. А, напоследок. Тут там надевать что-то. Ну-ка. О! Да. Лучше и быть не могло. Ой, ты застрял в кресле этом. Тебе кажется. Дергаешься. А. Теперь летел вверх. О бой. О бой, вау. Куда? Где? Вот же колдун. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Меня не найти. Со звуком. Йода, обернись. Да, у меня уже сам гном оборачивается.
Вот видишь, тоже выпила и тоже про гномов начала говорить. А вы видели хотя бы, кто я упал? Нет. К сожалению. А я вам сейчас покажу. Окей. Ну-ка идем. Меня... Mm-hmm. Это знаете? Знаете, мэм, с этим, с Goku Supreme? Вот я... Вот вы на меня начали смотреть, я вон туда улетел. Вон на ту же леску. А, да, вот это я видел, я да. Как раз видела тоже. Ты сначала вверх поднялся, вот как... Ага. А потом туда резко. Блять. Чё, погнали запускаться? Давай. Единственное, что я всё-таки 3D-модельку на Warzone отключу. И стримоутеров тоже. Я сейчас сам тебе категорию сменю. Окей, спасибо. Окей, я перейду на PNG-шку. Стрим аватаров, к сожалению, тоже на всякий случай рубану. Потому что тоже хочет. Забавно. Раньше такое. Окей. Открываем PNG. Тебе тоже все лишнее закрываешь? С учетом того, какая у нас йода-убийца, им пиздец. Ага. Вот или сейчас... настолько? Не, настолько, настолько. Сейчас мы тебе пулемет найдем. Не переживай. Фак, не туда. Не туда пенжишку запекнул. Ты и тут промахиваешься. А, все, эффекты все еще не проходят. Окей, сейчас, сейчас. Так, так. Спускаю. Уолтер Гринфолд. Да. Так. Окей. Фак. Сразу надо настройки проверить, потому что срок ожидания 11 минут. Так. Под сетевые службы, ожидания дата-центров. Сейчас зайду, походу. Transform. Deep horizontal. Готово. Ик. Угу. Все, теперь можно запускать. Так, я тебе сейчас Call of Duty Warzone 2.0 поставлю. Готово. Ожидание ретрансляции. Загрузка статистики. Статистики у меня нет. Пока что. Угу. Рады вас видеть. О, нет. О, нет. Версия драйвера видеокарты. Видеокарты устарел. Так, тут не обновил видеокарту. Давай обновляйся по-быстрому. Мы пока заглянем, у нас настройки все сделаем. Я очень сильно хочу на стрельбище зайти как раз посмотреть. Я тоже заодно проверю. Я так хотел, не хотел обновлять их. Запомни, какие у тебя сейчас и... А, ну, в принципе, да. Запиши лучше на листу. Я тебе отписала, по-моему, тогда. А, да, скриншот делал. Так что есть. Отлично. ГБ четверки, Warzone. Так, Game DMC. Capture. А где тут? Оба. я пытался свернуть игру, а в результате игра крашнулась. Шикарно. Надо вас видеть. А где обучение? Актуальные игры. Актуальное сообщение дня. Попробуй открыть Warzone. Там как в выборе игры. У тебя должен быть экран с выбором игры. Эксклюзив, операция, лобби, оружие. Какого хрена у меня исполнитель сменился? Я же ставил. Персонализация. Уж давай, давай. Call of Duty HQ есть. Вот. Натан вроде. Ага, все, пошло. Ребят, дайте посмотреть, как выглядит туши свет добивания. Похер. Блин, очередь. А долго вам? Ну, мне пишут, что у меня очередь на... А, нет, все, прошло. Очередь прошла. Там недолго. Это не Tower of Fantasy и не... И не Overwatch. Yes, we're gonna try Warzone today as well. We're just gonna check if it works on stream and if we can actually play it. А, нет, меня снова закинуло в очередь.
Это нормально. Угу. Вроде как. Previously I was trying to stream the Warzone, the first Warzone, but unfortunately I was able to just play it, but I was unable to stream it. Let's see if it changes now. А это я не могу понять. Это ты. Оружие исполнителя, лобби. Эксклюзив-зон вызвать. Я думаю, ты начнешь играть. Кстати, у тебя есть Activision аккаунт? Да. А у Юдеки? Я не помню, да. Наверное, аут, это должно быть. Ты же, когда заходишь в это лобби, тебя заставляют зайти, войти, ну, да, в аккаунт и создать, так что... Но в любом случае будет там потом, когда исполнителя будете в меню выбирать, там все будет написано. Сейчас я скриншотом скину. Mm-hmm. Сейчас я только гляну. Yep, hopefully. А, вот скрин языка. Хотя мы можем через Steam вроде друг друга добавить, но я в любом случае скину сейчас в этот же чат, куда я видео скину. Mm-hmm. Так, да? Вызвать. Уважайте других, играйте честно, будьте бдительны. Подтвердить. Что это за хуйня? Допустим, подтвердить. Рюкзак. Подтвердить. Внешность. Идет дальше подбор игроков. Нет. А, вот подбор игроков. Отмена, да. Допустим. Дайте мне обучающую миссию. Я дебил, я не умею играть. Я в шутеры в первый раз пришел. Стрелять не умею, да? А ведь знаешь, что есть поколение игроков, которые не знают никаких игр, кроме Battle Royale? Это грустно. Да. Я буквально видел стример, который увидел Team Fortress и такой: «О, это же как Apex». Да. Окей, let's see. Угу. Похоже, доступно. Четвёрки, запомни отряд. Battle Royale. Предзаказ. Ничего мне этого не надо. Solos, Duos. Ага, как раз режим на трёх игроков. А, ну тут от 1 до 4 получается. Да. Тут даже режим от третьего лица есть. Туда нам не надо. Да. Я знаю, каково играть в Battle Royale от третьего лица. Я в PUBG играл. Спасибо, не. Говно из жопы. Окей, блин, у меня тоже персонаж сбросился. Это потому что Steam. Customize. Ну и плюс это другая же Warzone, верно? Что ты тут хотел увидеть? Сразу бары ты? Нет. Сейчас ты будешь ходить с хуйней. Да. Вот, я вот, кстати, вот здесь первого выбрал, по-моему. Первого? Исполнителя, да. Ну, в смысле, отряд второй, а исполнитель один. Мне не нравятся такие котики, а вот эти такие стильные, черно-белые. Ну, по мне видно, да? Ну да. Да мне все-таки как-то больше третий понравился. Четвертый тоже хорошо выглядит. Угу. Второй, конечно, мемный, но не в этот раз. Йода тоже себе потом оперативника выбери, которого хочешь. Если хочешь, как мы выглядим, тогда бери второй отряд, который такие черно-белые. А пока обновляются драйвера. Вот, кстати, мне вот эти вот в белом тоже понравились, хорошо выглядят. Ну да, это спортивные скины. Так, стоп, а я тогда пока тоже исполнитель посмотрю, я не все скины видел. Но вот этот вот Fender, ну это, ну блядь, ну чё это за шлем такой? Ну что, да, это? Вот я первый раз, когда я увидел, я такой, что это за бульдожья морда? Причем знаешь, если вот следующий Кенник идет, у него вот эта маска, это еще ладно, это еще более-менее, ну шлем сверху, ну окей. Хотя по идее эту сетку сверху надо будет. Ну Калиста, ну это типично, ничего интересного. Чуи. Но Чуи тоже неплохо выглядит. Ну да. ПНВ, капюшон. Вот этот хач. Ну и что это? Ну типа, я понимаю, военные так тоже действительно ходят, но... Тут он больно крут. Да. Блин, ну вот, и на Прайса тоже нацепили череп. Таранги хорошо выглядят, очень хорошо выглядят. Прям мега хорошо, мне очень нравится.
Харанги? Пока, да. Где он? Так, Харанги. А, вот Харанги. О, это да. Вкус, но... Ну, вкус, но такой средний. Серьезно, что они сделали с Прайсом? Я его не узнаю. Сейчас я до него еще не добрался. Ну, mm-hmm. Зима, кстати, тоже более-менее как с ним. Mm-hmm. Китаец. Ну, Клео, кстати, тоже хорошо выглядит. Mm-hmm. Нова нет. Ну, в плане снаряжения, в смысле. Ну, я понимаю, да. Так, Прайс. Блин, реально. А, я знаю почему. Они же, типа, хотят ГОСТа лучше раскрыть, но на самом деле они нифига его не раскрывают. И вот там будет отряд ГОСТа, вот ему и влепили этот череп. Ага. Ну, блин, Прайсу не идет. Его лицо такое, блин, знаменитое. Это же самый знаменитый британский офицер. Его сокрыли, но что это такое? Да. Его коронная шапочка, его коронное лицо и усы. А, усы? Я не вижу усов. Освободите его усы. Дайте им волю, он же станет 10 раз сильнее. Да. Кстати, интересно. Какой же аккаунт у меня все-таки подцепился больше? Мне кажется, дело в том, что это Warzone 2.0, поэтому никого, ничего ни у кого нет. Угу. Ну, кстати, Фара и Гост, ну, они нормально выглядят, но это потому, что у меня любовь к маскам. А, все-таки у меня подцепился никнейм из Battle.net'а. Лучше всех, кто выглядит Гост, потому что у него и плащ, и маска, и это мне все очень нравится. Фара и Сок, ну, тоже неплохо выглядит, ну, да. Все-таки Гост прям вон вон. Вот из скинов я хотел себе Громска, потому что у него по взгляду было как будто на голове маска, в целом маска халат, но это просто на голове какие-то повязки. Ну да. Ну, что это? Ну вот кроме стандартных челов и разве что Госта, как-то не особо никто не приглянулся. Ну, разве что еще Ранги. Дальше вот после Громес, Громско, идет, ну, Громес, Рэй Ес еще не так мемно выглядит, дальше идет Луна. Ну что это, блядь, Данжен Мастер какой-то. Ну да, действительно. Ага, еще это ПТСМ-подобное кожаное. Ага, еще и маска. И ведь он тоже взят. Ну реально, вот чисто Dungeon Master. Тестинг 300 бакс. Да. Роуз Зера, ну у них ничего интересного особо, как в оперативников. Угу. Разве что. Нахера он носит кепку под каской? Что это? Что за извращенец? Действительно, кепка под каской. Cap under the helmet. Ему дом? Да. С кайфом. Конкор, кстати, еще, ну, чисто, ну, такой, да. Самый обычный скин базовый, аксель, ну, тоже ничего особо интересного. Угу. Стилет, военный как военный. Угу. Разве что штрам еще на глазу, ну, да, около глаза. Зевс это опять второй бульдог. Блин, серьезно, у него действительно бульдожья морда вместо шлема, да? Нахрена ему эти щеки? Что они делают? Ну, щечки надо беречь, вдруг пулька в щечки попадет. Реально такой бульдожик. Да. Еще вот здесь вот выступы на шлеме, как ушки. Ну да, я точно понял, ведь, да. Я понял, знаете, в чем дело? Он просто этими, даже не знаю, ковшами может просто окопы головы копать. О, точно. Как какая-нибудь землеройка попрет. Блин, ну вот эти вот четыре скина в конце, они прям секси, мне очень нравятся. А. Их еще в Cold War ради мема люди брали. Это для киберспорта специальные скины. Обычно они раскрашиваются в цвета команды, а по стандарту они такие вот черно-белые. Блин, но выглядит сексуально, мне очень нравится. О, да. Все четыре скина выглядят мега сексуально. Угу. Окей, надо как-то добавить вас в друзья еще. Я скриншот скинул. Сейчас, секунду. Подожди, друзья. Общество. Пригласить игроков. Волтер, сверху справа, алло. Там, да-да, вот сверху справа, есть, да. И ваша группа там снизу слева пригласить игроков. Ты там. Так, social. Добавлять. Просто кидай инвайт. Ем борщ, андрон. О, да, вы уже здесь. Так, андрон. У меня запускается еще. Ага, okay. Вы еще можете добивающего... Вы еще можете добивающие удары поставить. Я вот поставил себе все на туши свет, ну потому что мне нравится. То есть
стилистика. Хотя я не знаю даже, как он выглядит. Есть еще приветы там какие-то. Каналы. Так. Кастомный канал. Окей, создадим кастомный канал. И подбор игроков еще отключи. Ну, в группу. Угу. Я вам там флудить, кстати, в этом кастомном канале буду, а вы. Ха. Угу. А, вы не против, тогда вообще без проблем. О, боже. Так. И, Волтер, при досмотре вашего героя. Сейчас. А, блин, точно, предосмотр, да. Тебе, короче, надо в исполнитель зайти, и там ты, когда жмешь K или R английского, ты можешь себе добивающий удар поставить. Угу. Ну, там, само собой, донать, но я вот для себя выбрал туши свет. Угу. Ну, я себе взял визитку туши свет, там, эмблему туши свет, ну, решил, типа, раз у меня все на туши свет, взять эту штуку. Шерман 31 рус, это блин. А, блин, еще и голосовой тут канал. Кстати, голосовой Черт. Надо. Я запутался тут совсем, да. Да тут настроек, блин, я как будто космический шаттл водить собрался. Ага. Да я в этом меню уже запутался. С микрофоном. То есть с микрофоном не надо громкость голосового чата. Голосовой чат по нажатию главное, чтобы стоял. Угу. Потому что я помню, For Honor играл, а он, ну, на PlayStation, а там они додумались, чтобы голосовой чат всегда работал. Зачем так делать, непонятно, но я просто там команду грязью поливал, потому что я закладывал точки, они просто в центре зарядились на спавн и умирали. Блин, почему каждый раз, когда я пытаюсь прокрутить список друзей, он автоматически сбрасывается вверх. Не знаю. Это когда в ханте хочешь закупиться, а у тебя постоянно каждый раз после того, как ты поставил расходник, вверх листает. Фак. Господи. Блин, мы вроде как в группе. А... Да, мы в группе. Нормально. Так, your party, окей. Черт. Меню организовано таким образом, что хрен что поймешь. Стрельбище есть, зашибись. Send friend request, окей. Так, ну что по стрельбищу? Окей. Вы когда, короче, бежите и ложитесь, вы делаете небольшой прыжок. И два раза shift жмете, вы ускоряетесь. Окей, смотрим, что тут по батл пассу. Пиздец, он долго в прицел входит. Там винтовка мощная, сексуальная, мне нравится. Все пока лошу. Угу. Пойдет. Господи. Так, ну по численности мыши меня все устраивает. Угу. Ну слушайте, пока. Ну, колда как колда. Но надо. Okay. Ну то, как он долго в прицел входит. Хотя это еще терпимо. В первой варзоне там в прицел еще дольше входил, меня это дико бесило, потому что я пока целюсь, меня реально уже бесит этот бесит. А, окей. Где ты нашел там, кстати, стрельбище? Сейчас. А, в комплектах. Там, где оружие выбираешь, там вот это будет. А, в кастомайз, окей. Okay. Нет, это не то. Не-не-не. А, вот сейчас. Оружие. Оружие. А, вот firing range, да, вижу. There we go. А, кастомная. На четвертом уровне? Да-да-да. И тут ты можешь, ну, ты не можешь кастомизировать их больше, но ты можешь посмотреть комплект и пощупать для себя оружие. Угу. Кошки, само собой, наносят меньше урона. Угу. Сука, все-таки... как же сексуально это выглядит, какая-то перезарядка, я не могу. Все-таки потише немного игру сделаю. Да, надо бы. Ага, ну-ка МП5 попробуем не местный.
Да, следите внимательно. Вы когда будете стрелять по целям, у вас будет два маркера попаданий. Первый в голову, второй в тело. Я все пытаюсь вспомнить свой... У меня есть вообще аккаунт там или... Дело в том, что Blizzard-овский аккаунт и Activision аккаунт — это две разные вещи. Так что тебе, скорее всего, надо будет завести Activision аккаунт, а потом через него уже привязать, ну, позже уже Blizzard-овский. Окей. Блин. Саунд-дизайн, конечно. А я музыку выключил. Не-не, я про... А такой звук. Сделали так, чтобы все попадания вкусно звучали. Так это же хорошо. Ну да. Это прям как стимул, чтобы стреляли вот как раз. А. Вот серьезно, положил противника и как от пирога откусил. А, тут даже больше комплектов, Волтер. Тут 7-й, 8-й комплект есть. Ты дальше стрелочки есть, так что ты полистай, посмотри. О, бой, калашников. Стоп, что? Там необычно. Калашников называется кастов. А, возможно, это не. Это чтоб проблем не было, сам понимаешь. А. Тут есть вторая версия МП5, но это, походу, под винтовку сделано. Угу. Ну, это как раз дальше по комплектам, если полистаешь. И вот еще что, оружие в руках качается, так что не будет такой стрельбы, типа ты вот встал на месте и прям целишься, у тебя все скайпнет. Ну, как в Ханте, знаете, там оружие, тут так, блин, вектор, ну-ка давай эффектор. Ну да, заметно немного. Ну, вектор это всегда секс, что хотите делать, но я вектор обожаю как ППшку. Короче, так... Я понимаю, что в игре есть куча модулей. О, там бой. Что там? Револьвер. Тут есть револьвер. Шикарно. Белиссимо. О, да. Когда его не было. Ну да. Блин, из него так приятно стрелять. Это просто звук, мощь. И 5 под, блин, 5 патронов. Жаль. У него, кстати, задержка есть при стрельбе. Видел? И типа стреляют, через секунду стреляют. Ну да. Ну не через секунду, но... Ну, типа, но... дабл акшен, тугой курок. Ну, револьвер — это зато мощь. Да. Два выстрела в тело, один в голову. Ну, пойди, вот, на дистанции в 10 метров он ваншотит. Угу. И Desert Eagle есть. Зачем нам Desert Eagle, когда у нас есть... А тут еще стрельба от упора есть. Можешь ее попробовать. Тогда прицел меньше качается. На 20 метров он тоже в голову ваншотит. Но я не знаю, тут есть броня у этих штук, нет? А, они все-таки вернули установить на основу. Точнее, на упор. Как она была? Ее не убирали? Она была в... Как? Она была в Modern Warfare и в Warzone. А в Cold War ее убрали. Это... А, это марксманская винтовка, вот оно в чем дело. Короче, прицел немного покачивается, так что смотрите осторожно. Может получиться так, что вы не попадете. А что, есть стрельбище выше? Баги какие-то. Ну ладно. Ладно, это просто так. Блин, ну дробовики это, конечно. Я их обожаю. О, да. Дробовик с магазином, это ничего интересного. Ну, выглядит прикольно. Стоп, там РПГ. В комплекте с дробовиком с магазином РПГ идет. Вот это уже поинтереснее штука. Это, конечно, извращенский набор. РПГ, кстати, ваншот в голову тоже тут марка видит. Какого черта? Важно. А, понятно, все. Я думал, почему я не попадаю по манекену, а я ему между ног ракету пускаю. Стингер, само собой. Так, дальше винтовка. Йода, ты тестник комплекты будешь и пушки, которые мне дают? Не знаю.
У тебя там как с этим аккаунтом? Я... Скачем? Так. Я просто пароль, как всегда, есть. А. Бывает. Не переживай, мы пока пушки смотрим. Угу. И вот еще что, Волтер, ты заметил, когда ты прицелом дергаешь, он такой не всегда в центре. Ну да, я заметил. Передняя мушка съезжает. Да, это хорошо, что они это сделали. Так. Но Дигл, конечно, чувствуется мощно, тут вопрос от Дигл. О, да. Да и Дигл, и револьвер. Ну, револьвер это... Я пощупал его, да, это секс. О, да. Мне после Insurgency начали нравиться глоки. Ладно, я кое-что другое еще тут посмотрю в опциях. Так, посмотри, это... что у тебя по кадрам и прочему. Uh-huh. Пока стрельбище, ты можешь это потестить, потому что дальше будет тяжелее, сам думаешь. Uh-huh. Так, ну пока что все идет у меня в 29 FPS, вроде бы без особых проблем. Звучит, конечно, очень-очень, но... Ой, Яда, я же сказал, мы тебе пулемет дадим. Тут есть пулемет в комплект. Хорошо. Только... Так. Ты же понимаешь, я пошутил. Играй с чем хочешь. Так. Я сначала надо зайти в игру. Блин, Battle Pass хрен знает, как работает теперь. А, очередь у меня теперь. Да, там она недолго, тебя быстро закинет. Ну да. А, блин, понятно. И опять... Что там? Да, видимо, я... А, меня тоже несколько раз запускало в очередь, поэтому там надо подождать какое-то время. Просто не парься. Релакс, так сказать. Угу. На чиле, на расслабоне. Ну, блин, к счастью... ну, 50 тут сексуально. Угу. Ну, к счастью, в Battle Pass тут ничего такого интересного пока нет, поэтому можно и не покупать спокойно его. Я хочу в Valorant Battle Pass купить и прокачать. Из-за того, что прицел качается, чуть тяжелее стрелять на даль, но ладно. Для этого существуют всякие прицелы, которые нам недоступны. Я прав? Прав. Да. Так. А, да, магазин уже работает, естественно. Конечно, ты чё. Игры это хорошо, но за них надо платить, понимаешь? Ага. Блин, а есть тут стрельбище по технике? Я бы его раскуячил тут с местным бандом. Ну, мне нравится. Ага. Не могу. Чё не расположусь? Чё тут может не нравится? Колда это колда. Угу. Ну, чувствительность мыши меня тоже устраивает. Если что там, саму матч уже отредактирую. Угу. Блин, всё-таки в желтый иногда приходит. Да, показалось, что в желтый иногда стрим приходит. Мне нравится то, что... Горит. Тебе вроде бы нормально. Блин, граната тут есть? Есть. Понятно, удар это вот это. Блин, не на чем проверить ближнюю атаку. Стоп. Как гранату кинуть? А, да. Скажу вам сразу, в настройках управления игровой процесс вниз пролистайте, там для вас прицеливание будет. Выберите способ переключения или удерживания. Мне просто удобнее, когда он удерживает. Меня на самом деле тоже. Ой, не удерживание, а переключение мне нравится больше. Mm. Так, геймплей. Crouch toggle. Но
Косяк для них сразу замечу. Ты когда перезаряжаешься с одним патроном, у тебя их не 6, а 5. Или, например, не 30, или на 30. Спасибо. Но, блин, вот эти вот режимы прицелов picture-on-picture, сука, такой секс, я не могу. Ну, что это за сексуальные прицелы? Вот в чем, а в оптике они мастера. Отдача низкого оружия, вот что мне нравится. Даже у калаша. Нет такого, что у тебя улетает все в потолок. Так, лучше автоспринт, наверное, выключить. И да, Уолтер, попробуй побегать и через контур уложиться, чтобы понять, какая ты жабка. Ага. Блин, офигеть. А, блин, точно, это же метод борьбы с этим слайдом у них был. А то все скользили в мультиплеере, чтобы уворачиваться от выстрелов. А теперь это прыжком вот таким вот делается. А, нет, все-таки слайд есть еще. На С. А, так они не убирали подкат? Угу. Но этот прыжок в лежа забавная штука. Мне он нравится. Я пока нигде такого не видел. Ага. Подкаты есть много, а вот прыжок не нравится. А вот. Вроде пока без каких-то нареканий работает. Все. Ну, само собой, режим смены стрельбы одиночной очереди. А, еще такая штука. Какая? Управление показывает... Подсказки по кнопкам привязываются к тому, какой язык клавиатуры у тебя был выбран, когда ты запустил игру. Например, у меня переключение оружия сейчас на И. У меня то же самое. Угу. О, тут можно пересоциализовать загрузочный экран. Интересно. Ни хрена не доступно, правда. Это надо заслужить или купить. Скорее купить. Ядеки, как там у тебя дела? Да, у меня мучение с аккаунтом. Оу. Всегда, блин, ну никто не хочет заходить, когда я все правильно ввожу. Оу. Всегда, ну сейчас разберусь. Да, ничего страшного. Чтобы зайти с тобой пароль. Я тоже там не мог вспомнить пароль, я его просто зашел, поменял и все, заработал. Попробовать с геймпадом, а вот так. Нет, спасибо. Хотя люди жаловались, что тут слишком шикарный эйм-ассист. Да. Я знаю, что есть игроки, которые на ПК играли. Угу. Тайд Валк меня хочет какой-то в друзья добавить. Это я. Такой... Это мой... Что? Отклонить. Нах ты ж, блин. Жучар. Да ладно, я ж принял, ты же видишь. Окей, убедил. Ладно, выйду пока из стрельбища, я осмотрю другие настройки. Господи, меня это социальное меню так вымораживает, я... Волка, микрофон. А, черт. Ты его нарочно замутил, чтобы проматериться? Нет, я его не мутил. Просто выглядело это именно так. Так, ладно, сейчас... Войс-чат. А, блин, точно. Войс-чат последних слов. Ну ладно, на всякий случай, пока войс-чат выключу. Семьи-чат. Мне нравится и в той, и в этой. О, а чё это недоступно? А, ну потому что не я лидер.
условно режимы, КБ 4, там, Шутхаус. Это режимы из Modern Warfare. В смысле, Warzone 4? И Шутхаус? Ну, Шутхаус, если еще ладно, то 4 и ДМЗО. У меня просто они пишут, что недоступны. Странно. Может, временное какое-то что-то? Это Warzone. Так, вот этот Battle Royale. Я не могу теперь минус любящий никуда зайти, что-то такое. Это потому что ты выбираешь. Да. Ладно, я все снова нажал на Battle Royale, так что должно быть. Оферки, само собой. Надо попробовать, кстати, гранаты кидать. А у меня не кидаются они почему-то. Они тут на разных клавишах херу, там они какие. Блин, как гранату кинуть? Мне кажется, гранаты в... Гранаты на стрельбище просто не работают. Ну, с РПГ же жарить можно. На какую кнопку? А, блин, еще вот как можно делать сейчас. Глянь на стрим. Да, это всегда можно было бы. У нас так шутка. Ну да. Погладь винтовку. Так. Let me in. Это я сейчас. Окей, с пистолетом лучше это не делать. Я зашла хотя бы в аккаунт теперь. А, окей. Отлично. Вот так, проще. Я пока тут с жабкой побуду. Интересно, как это со стороны. Да, наверное, как Макс Пейн вперед прыгаешь. Я, кстати, ни в один из Макс Пейнов не играл. А, печально. Много выпускаешь. Ты же знаешь, я же тебе говорил, когда там все играли, я был мелкий пиздюк, я крапил палкой пиздить. Пока вы все играли в классные игры, я играл в Шрека 2, в Sonic X, ну тоже классные игры. Ну тоже веселая штука. Да, но я был в одиночных играх. А потом у меня появились игры по сети, интернет, я начал играть в интернете, и дальше там пошли 2D-платформеры, шутеры, которые, один из которых я тебе, кстати, скидывал на осмотр, мой любимый-то, который... А потом я начал играть в другие игры. Блин, как же громко. Ничего не слышу из-за звуков игры. Надо делать тише. Вот. Ох, да. Мои уши. О, ужас. Ну да, оно громкое. Такие сочные звуки, конечно. Я мало. Надо, кстати, потише сделать, и правда. Звуки стрельбы, потому что они будут вас перекрикивать, скорее всего. Я не понимаю, почему, но звуки стрельбы и попаданий тут ужасно громкие. Так, ну то это стрельба. Ага. Music realm, dialogue effects, hit marker, вот. Это где? Настройки звука. Так, настройки звука. Громкость голосового чата, а где hit marker? Где хитмаркер увидел колду? Ну, не знаю, у меня вот в настройках есть. Прямо под... Сейчас покажу. Прямо под звуки эффектов. Вот хитмаркер volume. У меня это называется громкость эффектов... А, вот. А, да. Нет, это эффектов попадания. Мы тут посмотрели, ну ладно. Так. И да, от бедра не советую стрелять, кроме если у вас дробовик и противник не в упоре. Ну да. Стрельба от бедра тут очень быстро переходит в непопадание. Это не КС или Валоран, где на этом все завязано. Ага. Так. Короче, Хант. Ханте та же самая механика. Он тоже, если не целишься, пошел нахер. Блин, теперь надо тебя выцепить в списке. Нужен. Хорошо, плохо, когда миллиард друзей, хорошо, когда у меня там
три друга, два из которых не в сети. Так. Мне кажется, это дробовик, который полуавтоматически ваншотать не будет в упор даже. Не, ну набор РПГ плюс дробовик, это а весело. А где здесь? Что я, ну? Да. Звук, общая громкость еще. Не-не, звук-то я тише сделаю, я просто... Я про себя. А, да. То куда? Где можно хотя бы просто посмотреть, что как выглядит. Кстати, когда стреляете, сверху слева пишет точность. Угу. Ну да, я заметил. Контакт, дед, сим, октаган. С РПГ попадаешь точно 100%. Если что, там мы тестили оружие. Это оружие и слева снизу стрельбище. Так, я попытаюсь еще раз тебя найти в друзьях. Так. Social. Friends. Блин, почему-то списки не могу найти. А теперь не показывают. Где-то. А, вот, надо еще вставить соответствующую вкладку, чтобы понять, что у тебя по точности. О, я могу зато войти в группу. О, да. Во. Давай. Вы отлично. Готовы? Ну что, попробуем. Окей, я правда не знаю, как то. Мы и тоже. Пока... Мы тоже пока... не знаем. Пока и... идти, мы тебе проведем водный инструктаж, запускай тройки. Окей. Подбор лобби. Подбор игроков в лобби отключи сразу, это вроде прям тут же и делается. Да, он заполнение отряда убери. А, сейчас у меня тут обучение. Так, склад фил. Ну, у нас и так полный склад. Да. Отряд самоубийц. О, боже. Окей, старт, файн, матч. А, да, да, надо, естественно, принять, что, мол, мы уважительные, мы будем доносить на тех, кто неуважительный. Да, мы все понимаем. Конечно. Да. Тебе оперативника Йода поставили? Поставил, ты этим не занималась? Это, если что, исполнителя. А, ну вижу, вон там зеленый сидит. Ладно, желтый. Исполнители? А, вот, да. Угу. Пока что а нам... тут только два доступны. Да, ну, как? Ну ты можешь там выбрать конкретный скин для исполнителя. Угу. А, конкретный скин. Типа, а, персонализация. Да. Ага, у нас уже и задание ежедневное теперь есть. А еще говори. У меня, например, задание убить одного гранатой, убить одного... в Аль-Мазарах Сити и открыть 3 банкомата. У меня приобрести серию убийств, убить противников Мавиш Марш и начать контракты Хейфит Порт. Угу. Значит, у всех индивидуальное. Ну да, всегда так было. Кстати, я вроде исполнителю своему ставил из оружия винтовку. Снайперскую. Какого хрена он держит штурмовую? Это, видимо, шоукейс отдельно надо. Паразит. Так, сейчас даже сам подойду. Оно настроится. Ну, само собой, кастомизация транспорта есть. Угу. Охуеть, тут есть танк. Офигеть. Ну, хотя он и в прошлой, кажется, в Warzone был. Нет, я не уверен, насчет танка нет. Нет, в прошлой танка не было. Были вертолеты, грузовик, бронеролик. Так, мотоцикл был, вездеход был. Легкий внедорожник не было. А, ну был, но небольшой с кузовом. Или не было. Хрен его знает. Вот хэтчбэк. Вот гражданского транспорта не было. А, ну вот внедорожник. Кабриолет был тогда, точно, да. Кабриолет был, того не было. Хаммера не было. Грузовик вот был. Танка не было. Легкий танк тоже не было. БТРа не было. Вертолет вот был. Тяжелого вертолета не было. И ловер тоже не было. Хотя по поводу обновленной карты не скажу. Блин. Странно. Почему-то на показ нельзя вытащить второстепенное оружие. Где ты это смотришь?
Сейчас покажу. Скажу точнее. Профиль. Edit Showcase или... А, ну вот, я там и настраивал снайперскую винтовку, там не отображалось. Mm. Ну что, Йода? Mm. Настроила внешний вид. Да там нечего настраивать. Несколько скинов только, и все похожие. Ну так и поставь себе, который больше понравился. Ну, какой-то поставил. О, что-то уже нашлось из матча. А, у нас похожие, получается. Mm. Ладно. А и только у меня собрала нету, да? Окей. Готовимся. Блин, я есть хочу. Кормите меня. Нам уже нам уже прыгать с вертолета, и Дарк такой, блин, да я есть хочу. Да я не покупал булок на сегодняшнюю ночь. Придется завтра утром идти. Я голодный. А, разогрев. Ой, надо парашют открыть. Да. На пробел. Да-да-да, я вижу. Перерезать стропы на силу. Чё дали? Калаш? Крис? А, я даже приземлиться не успею. Все, летим в Warzone. На боевом самолете. А, щит, here we go. Картинка мыла. Дарк? О, ага. Йодеки? Это ты. И я. Я такой типа, what's up, bro? Только у меня очки вырвало бы за бронь после. Окей. Спорим на 200%, что уже есть те, кто купили скины и уже пойдут со скинами. Я в этом 100% уверен, да. Чё? Ладно, попробуем. Может, эту точку. Yeah. Фак, я не могу поставить на мерку. А, вон. Ага. Может, ты всё можешь. А. Ох, давай пальцем в небо. Туда, прыгаем. Ладно. Все, я прыгаю. Прыгаем. Вы в курсе, что вы можете заранее парашют открыть, срезать сропы и дальше лететь? Ну да. Мне кажется, это плохое место, нам тут пиздец. Я полетел вот сюда. Куда? А, вот зеленая точка, все. Все на зеленый маркер. Вижу, да, зеленый. Жесть, как там прямой фит. В смысле на Эй подбирать? Какого хрена? Патроны, сумки, все берите. Окей, сейчас я... Подбирайте, это автоматически подбирается. Я долечу. Так, срезать трупы, это нужно, когда уже достаточно низко находится. Не, не обязательно, они автоматически. А, можно под... Все, понятно. Можно на 100 метров под землей, чтобы не разбилось насперед, и нормально. Такое тебе устроить. Так. Да, если что, на П... На П? Подожди, а как плиты зарядить? G. Так, я одного ушатал. Ай да молодец. Пиздец, он сидит у меня, короче, в крысу. Смотрит на меня, поворачивает. Я тоже не понял. Так, у меня тут рука. А Йодеки, вон, возьми винтовку. Да. Кроме пластины. А, вижу. Надо подняться наверх так. Так, подождите, а можно тут больше трех? По... В прошлой части можно было 3 бронепластины себе засунуть. Ну да, в прошлой можно было 3. А как тут больше засунуть? Так, где у нас там Дарк? Вот он. Блин, Дарк, у меня автомат с одной обоймой. Дарк, ну, блядь, Дарк уже запиздил одного, пока мы ковырялись. Ага. Дарк, это быстро. Окей, я тогда возьму его. Боевая винтовка. Я просто себе с оптикой взял. Ну я охуевший мордой. Ну не может. Патроны подбирай. Ну вы рядом пробегайте, они сами подбираются. Угу. А как плиты зарядить? Вроде бы Г. Но они у меня заряжены, у меня там 3. Значок 3 стоит. А почему тогда у нас 2 этих синих повозки? Что за хрень? Не знаю. У нас тут грузовик есть. Что, поехали? Давай, поехали. Вот бы по нам с РПГ не уебали. Так, кто за руль? Кто хочет поводить? О, да? Боже. Видите, когда страшно. Ну-ка, выбирайте, давайте. Я-то могу повезти, но... Ну ладно.
Поехали. Можем в кузов так, залезть. Куда едем? Угу. Да прямо едем. Там видишь башню? Угу. Если что, лечь на си. О, хорош. Лучше. Давай сюда заглянем. Окей. Чисто ради мемов. Блин, я вот тут понял, мне, наверное, все-таки не хватает. Мне кажется, у меня есть ощущение, знаешь чего? Что вот эта вот циферка 3, это, короче, это количество бронепластин, заряженных, незаряженных. Ну, может, надо для этого взять конкретный этот. На вышке ничего. Сколько он мешается? Так, ну, зона у нас еще далеко. Где? А, ну да, у нас дофига времени. Угу. Патроны берите себе, пушки получше. Угу. Снайперская винтовка. Дробовик ему нужен вот здесь. О, револьвер. Шикарно. Йода, привет. Или кто это из вас? Mm-hmm. А, это да. Я. Это... Никнейма видно на башку, если что. Ну да. Агвей свою башкою. Как долго он целится, блять. Ну, я замучаюсь. Зачем нам окна? Кому нужны окна? Тебе нужны окна? Мне не нужны окна. Кстати, если хотите тихо открыть дверь или закрыть, через присесть. А, нет, это не работает. Раньше ты через револьвер. Еще один. Раньше просто, когда ты так делал, через присесть, он тихо открыл дверь. Чё, никто не боится ножки обмочить? Окей, пойдем, посмотрим. Так, едаки. Да-да-да. О, в магазин надо бы как раз закупиться. Угу. Так, а деньги у нас есть? Да, у меня есть. Если чё, можно скинуть. Угу. Патроны. А, у меня деньги. Я как раз деньги подобрал. 500 баксов, шикарно. Так, где ты магазин нашел? На карте посмотри. А, тут? Да, вижу. Ебать, лодка. Подожди, на второй этаж этого здания залезть можно или никак, наверное, да? Ладно, я пойду загляну в магазин. А, ну через лифт. Хотя он вряд ли работает. Ну, конечно. А ты ничего не купишь на эти деньги. 500 баксов, ты что, шутишь? Угу. Уолтер, это не Тарков, тут не надо ложиться. А, блин. Хотел понять. Так, снаряжение. Может. А, отдельно патроны не купишь. А, нет, купишь, просто мне не хватает денег на это дело. О, можно еще купить отдельно основное оружие. Mm. У меня есть бокала, есть что. Mm, отлично. У меня, если что, укрытие раздвижное. У меня есть бокала, и охуевшая снайперская винтовка. Хоть бы попасть в нее разок. Mm-hmm. Пулемет. Mm. Тут этот... Для любителей. Пулемет. О, вертолет! Ребята! Офигеть. Живем. Мне нравится, что тут всякое. Вы стекло разбили? Да, я. Что? Кто не боится? Во-первых, дробовик. Во-вторых, по лестнице. О, ящик. Да, ящики лучше открывать там. В прошлой части было два типа ящиков, как в этой. 93 человека живут. Угу. Так, Юдаки, пройдись тут. Да. Собери вещи. Дробовик хороший. Сейчас я на второй этаж путь найду тут. Я наоборот со второго этажа пришла. О, окей. Вот тут броня. Дробовик тут наверху тоже есть. Mm-hmm. Вот этот хороший просто. Ты посмотри. А, ну да, тот хороший, да. Этот ебущий, я бы даже так не думал. Так что, если кто-то хочет ближний бой, пожалуйста. Ладно, я, наверное, вместо револьвера все-таки возьму. А где он? На втором этаже. Тут вот Крис. А, это я. Ты не Крис, ты Уолтер. Что, полетели? Так, а где был дробовик? Вот, я подобрал. Да, ты подобрал. А, ну хорошо. Так, хорошо. Кто за руль вертолета? Кто хочет полетать? Быстро, у нас зона.
Окей. А, па-па-па-па-пам. А как тут менять? А, вот, через чесмену место. Черт. Давай, 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 бегом, бегом, бегом. Черт, черт, черт. А. Волтер. Фак. Давай, бегу. Заходи, заходи. А. Быстро умираем. Сижу. Волтер, ёпарас, это... Черт, где не окно? Успел. А не успел. Волтер, нет! Фак. Нет, не минус Волтер. Ползи. Сейчас, 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 у меня self-revive был. Это ты зря, конечно, потратил? Да. Блять, как там управлять? Давай, запрыгивай. Быстрее, топливо кончается. Я пытаюсь... Есть. Есть, все, я внутри. У нас очень мало топлива осталось. Ох. Мы полетели. Да нет, у нас еще половина. Половина? Так ты видишь, как оно кончается, половина? Да. О, за блин. Это время половина. Жуть. Эй, Энн, привет снова. Снизу справа вот транспорт у нас едет. Посмотрите на дорогу. Хоть бы по нам с РПГ сейчас не уебали. А я уже вижу снаряды. Они, правда, вдалеке в горизонте, но все равно немного страшно. Сейчас вот тут высаживаемся. Угу. И бронепластины надо залатать нам с вами. Да. Это сейчас дело. Все-таки теперь две вмещаются бронепластины. Максимум. Внизу, кто-то. Внизу. Там. Выходим, лечимся быстро. Пластины зарядите. Так, все, я зарядил. Два раза на П. Два раза на В? ПЛА пошел. Офигеть. Убил одного. Да что положено, да, не от нас. А, фак, все трясется, я нифига не вижу. Минус один. Минус второй. Минус два. Ой. Это не бот на ключ, нет? Мы с игрока навали. Без брони. Половалил. Так, где он? Бронепластины. Да. Бронепластины зарядите, позади нас еще. Есть. Один. Бронепластины сразу. Да-да-да. Бронепластины, йода, будет бронепластины. Еще одна? Да-да-да. Бронепластины, заряжайте. Так. Отлично. Ты его добила? Да. Разрушил броню одному на втором этаже. Ха-ха, блин. Еще одного. В спину так его. Быстро, быстро, быстро. Так. Тут дофига народа, надо всех гасить. Что за вафы, блядь, с нами играют? Подожди. На противоположной стороне. А, заползай внутрь, Волтер, внутрь, внутрь. Дай, пытаюсь, пытаюсь, заползаю, заползаю. А, черт. Да, вылез я, конечно. Да, поднимаю. Спасибо. Так. Зафигачу. Пластин до максимума, фигачите сразу. Да-да, конечно. Уже. Не ждите. Так. Там противоположный от нас глобус, там нет. Тут, блядь, мы нормально народу положили. Ага. Я на втором этаже сейчас бегу. Угу. Угу. Надо... А, у нас магазин под боком, надо закупиться там, посмотреть, что есть. Я ППЛА уже потратил. Сипро не могу найти патрон для дробовика. Охренеть будут. Давай, я попробую тебе скинуть. Вот, иди сюда. Вот я. О, скину. Отлично, спасибо. Самое то, что нужно. You're welcome. Спасибо. А, вот, можно комплекты купить, ребята. Ну, комплекты у нас стоковые, стандартные. Да, ну, почему бы и нет? Да. Ну, меня пока устраивает то, что у меня. Окей. Я просто купил себе другую. Если кому надо снайперскую винтовку, вот тут повалил. Ну я вроде бы у меня так вот нормальная. Чё, как пока играем, вам нравится? Да, только нравится. Мы залетели? Мне, мне вроде с пулеметом понравилось. Окей, у меня авиаудар есть. Потому что это прям так. Мы как офигевшие морды залетели, просто тут развернули. Расхреначили всех тут. На вертолете, мы боевок тут... Народу было что-то дофигище. Mm-hmm. Это чё? А, это... Мы такие, я-то-то-то-то-то. Снайперка. Да.
что, берем транспорт? На вертолете суки улетели. А, блин, наш вертолет стрель. Нет, не наш, наш на месте. У нас есть тут... Просто, когда вы едете в транспорте, он на карте отображается и шумит. Ну да. Так, тут что? Тут ничего. Зона, ну, зона у нас работает. Я на потолок полез. Тут вот какая-то штука. Где? О, автоматически. А. На крыше нашего здания. Черт. Идем паскуда. Они на летят крыше. Сюда на вертолете. Мимо. Нет, это не они летят, это наш вертолет узнает. Повалил. Так, где? Стой! А, фак. Блин, извини. Или кто это? Это я был. Я просто... Блядь, Йода. Добивание хотел сделать. Прости. Да, хотел добивание сделать. О, это нам. Берите комплект. Возьмите либо перк, который вы хотите видеть, либо оружие. Я тут пока кровь остановил, у меня из носа пошла. Окей. Это, видимо, слишком дикий организм, сказал. Так, пойду заберу. Да, берите либо пушки, которые нравятся, либо это, ради перков. Так. Интересно выглядит, я подумал, вот эту дугу оставлю. Нет. Взяли? Нет. Мы истечем сегодня. Я взял. Я вообще не понимаю, что брать, а... Что, вот, что тебе нравится, то и бери. Визуально там, не важно. Дробовик я все-таки оставлю, возьму себе полуавтоматическую винтовку и MP5. Кстати, Йода, у тебя охеренный бронежилет, у тебя три этих, видишь? Oh. Да, вижу. Кстати, реально, давай до магазина, Волтер, сходим. У тебя 16 тысяч, ты где такой богатый? Не знаю, я просто не тратил, и, видимо, с тех, кого я замочил, выпало. Хорош. Я тоже пойду подобрал. Это на крышу надо. Блин, на крышу. А как тут на крышу полезть? Вот здесь. Там лестница. О! Это моя же винтовка, что ли? Че это взял? Первый. Сзади! Блять. Ничего себе. Так, я. Фак, он сзади, он рядом со мной. Черт. Меня убили. Да. Их там куча. Да, их там. Вся команда у них. Много. Ууу. Охереть. Они прям... Мы отправляемся в тюрячку. Он не джейл. А, на моей крыше уже. Все, меня тоже повалили. В гулаге? Да. Подошли незаметно. В общем, прикол такой. Сейчас будет дуэль с другим игроком. Если ты выиграешь дуэль, ты возвращаешься назад в игру. Да. А еще вы можете, кстати, выкупить со командников, если вы выживете. А они да. Окей. А, я в команде с кем-то еще. А тут еще камни можно кидать. Да. На коротко, почему не могу? Нет снаряжения, в смысле нет снаряжения. Блядь, где там? Может, дальше можно было глянуть? Блин, паскуда. Поиграл? Фак. Экран дергался, когда чёрт. Я нервничал и расстрелял все патроны. Вообще вся иду. А, Йода, кстати, нажми модул, побежишь. А, ну, нажимать? Да. Ну вот, смотри. Ладно. Ну там как-то заносит твой персонаж. Ой, да, далеки. Все, положение в гулаге. Зато ладно, поехали. Зато смогу за Юдеки понаблюдать, как там у нее. Так. Отлично. Хорошо. Блин, а Юдеки реально ведь... Ау, убийца. Нет. Но он к тебе подкрался, это было... Нечестно. Да. Да почему нечестно? Получилось. Ну да. Кстати, когда с дробовика стреляешь, переключаешься, он начинает стрелять. Так, нас всех вынесли, получается, да? Ну да.
Тогда не тут. Ты можешь нас вместе с отрядом выйти? Блин, не знаю. Попробуй. Склад территории, матч in progress. Просто escape, покинуть матч. Ну ладно, сейчас попробуем. Leave game. А, вот. Leave with party. Да, покинуть с группой. До первого раза более чем. Но мне не понравилось, что моя снайперка его не повалила. Он наповал, надо было в голову, но я стрелять. Ага, блин, время уже. Хотя... 22-16? А, у тебя позднее. Да. Ну ладно, можно еще один раз попробовать. Или как вы? Я норм. Ну да. Я тут вообще завис на ночь. О, отлично, сразу пятый уровень уже доступные разгрузки. А, да? Кастомные, да. Да, 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 да. Где? Свой комплект. Так, блин. Ай, отдельные пушки надо еще открывать же. Снайперские винтовки. Нихуя не доступно. Ладно, пойдем по классике. Выбрать оружейник. Ладно, штурмовые. Да. Ага, и тут тоже ничего не доступно. Зашибись. Блин, нифига не доступно, да. Персонализовал. Ладно. Возьму хотя бы первый пистолет. Тактическое. Ай. А, вот дисплей, наверное. Вот. Я тут ничего не доступно. Смотри. Окей. Вангард, команду. Так. Ну ладно, пойдет. Так. Ну что, пробуем еще раз? Да? Угу. О, теперь у меня снайперская винтовка в руках. И не только у меня. А, нет, только у меня. Это же ты первый. Но в целом, на самом деле, весело. Мне нравится. Мне тоже. Карта нормально. Не ебучие джунгли. С вулканом. А тебе как, Юдаки? Да, вроде бы. Для меня просто слишком много тут всего... Нового. Да. Все непривычные интерфейсы и прочее. И нужно все рассмотреть. Ну да. Да я сначала вон даже... Я даже в меню друзей тут запутался, но вроде уже освоился. Привыкните. Да, привыкнем. А тут ничего интересного, но ладно. Блин, очень сильно хочу на винтовку, чтобы ваншоты были, но такого в меню нет. Жаль. Чтобы в тело. Такое можно, но снимало. А то я там в парня попал, он броню снял, а не повалил. А если повалил, мне было бы чуть попроще. А так я двоим броню снял, кого-то там подобил. И все. А мне в спину уже нахерачили с пулемета тоже. Тут еще пушек просто не так много. Потом, когда пойдут все задроты, когда все прокачаются, там будет вообще жопа. Да. Зажигательные боеприпасы и все остальное. Хотя эти зажигательные боеприпасы, блин, до сих пор помню то Ромеро и как меня ваншотали с этого дыхания дракона. Там такая вспышка была. И все брови минус. У стрелка. Ага. Если бы.
Я без брови остался. Везет, когда они убивают с первого попадания. Поехали. А, щит, here we go again. Нравится. Удивительно, что именно второй Warzone у меня работает лучше, чем первый. Завали. Хотя, кто знает, ты же впервые играл с моделькой и с аватарами. О, блин, да. Да. Спасибо, да. О, так точно. Что ты еще под вопросом. Угу. Окей. Ого, 30 секунд еще. Ага. Далее от ПГ сразу. Ууу, май. Ладно. Я надеюсь, я с этого лучше. Я гениален. Случайно, без того, чтобы сесть в вертолет, кинул гранату. Пока вот сейчас грузимся, я вижу, как мы с Джордан. Ну что ж, заодно вспомню, как тут летать на вертолете. Управление там интереснее. У меня, у вас тоже так все медленно прогружается, типа 6. Да. Очень медленно. Драматический отсчет. 1. 1. Все еще так телепортируется, дергается. Ну хотя бы удивительно. How do I like Warzone? Well, it's pretty good so far. The entire team likes it. Эй, Ромик, привет. А, теперь я сижу. Ага. Теперь ты крутой. Надо, кстати, надо было глянуть статистику после прошлого матча, что там на нас стреляли. Так, давайте по карте. Ага. Лучше ты выбери, у тебя ориентация в пространстве лучше, чем у меня. Потому что два глаза. Да. И это тоже. Мне вот это место нравится. Окей. Хотя там домов много, но есть там... А, похуй. Либо вот туда, либо вот туда. Ой. Типа, либо... По... Либо сейчас прыгаем, либо дальше летим на завод. Давай прыгаем сейчас. Прыгаем. Тогда высаживаемся где-нибудь поближе рядом. Еще. А, черт, я не могу выпрыгнуть. Вот я застрял. Прыгайте. Я пытаюсь. А. Я не знаю, почему, но у меня кнопка прыгнуть не работает. Так, значит, на вторую. Да, у меня тут народ высадился. Волтер, меня уже не будет. Боже. Окей. В полете. Да. Ну в полете можно стрелять. Ты срезал стропы и начал стрелять. А. Окей, ладно, я пытаюсь прилететь к тебе пока. Давай пробуй, потому что у меня тут как минимум два человека. Я так это кажется. А, нет, ты в ту сторону, кажется, летишь, да. Да, вроде бы. А, на цифру 3. На цифру 3. Да. Ребята, вы где? Лечу, лечу, уже лечу. Вы же так... Вы куда там улетели? О, бой. Ладно, давайте лучше я там побегу. О, черт. Окей, я встречусь с вами на полпути. Йода вообще... А, Йода как раз на завод прилетел. Ага. Да, я на завод прилетел. Она придерживалась плана. Она работает, пошла. Да. Ну что, на завод? Я на завод. Ладно. Эй, а вот и ты. Валим, 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 волк. Бежим, кьюдаки. На завод. На завод. Дела вроде нормально, вот тестируем и играем в Warzone. Да, есть какие-то провалы. Есть? Немного все дергается. Да, ну, это проблема серверов. Опа, по-моему, стреляют. Уже по мне не уверен, но все же. Вроде нет. Позади нас корона, кстати. Я бы запиздить, получим что-нибудь вкусное. Mm-hmm. Ну ладно, сперва нам надо пушками обжиться и прочее. Да. Хотя у меня калаш и револьвер. И офигеть, револьвер. Сразу. Ну так я же прыгнул, я пошел лутаться, а вы там улетели куда-то, хер знает куда. Я застрял, меня приклеили к самолету и не выпускали.
Серьезно, я дубасил по этому пробелу и не вылетал. Ты же меня лично отодрал. О, бой! За мной выехали. Да, есть что, я рядом. И Йода тоже. Фак, мне срочно надо искать пушку, да. Я рядом? А, да, рядом. Да, мы прибежали к тебе. Чёрт. О боже, еще и радар. У меня РПГ. Надеюсь, там... Радары радарами, а у меня РПГ с прицелом. Надеюсь, там наверху что-нибудь есть. Какой щит? Пулемет. Патроны. Нет, мне щит. Есть еще дрон-скаут. Так. Мне нравится, что она красная. Типа, они рядом, что ли? Так, я к тебе, Дарк. Ко мне, так я под вами. Угу. Снаряжение, БПЛА. Блять, по мне стреляют. По мне стреляют. А, фак, попали. Это снайпер. Чёрт. Я попробую дрона. Я деки лучше уйти оттуда. Окей, okay, там. Главное. А, это бомба С4, ебать. Я сейчас взорвусь нахуй. Где он там стрелял? А, вижу. Оттуда? Блин, а я сюда. Он пометил. Сейчас я ему взорвусь прям на ебаре. Шалом. Повалил. Отлично. Пойду-ка я его добью. Пытаюсь хотя бы. Там два ряда, там два ряда. Черт. Ну а если хотите, давай. Ну что, мы будем сидеть, погнали. А, фак. Я. Сзади меня. В спине Юдеки. В спине? Да. О, блин, я вижу, где. Где? Вон там. Нету. Вон там вдалеке. Вижу. Прицел. Я не помню. Это снайпер, уходим. Да. Сейчас перед постину. Нами еще отряд. Так, убегаю. И. Вот тут еще отряд. Бегу. Вот в тех зданиях перед нами еще отряд. Угу. Это что, был авиаудар? Да, это авиаудар. Граната. Угу. Че у меня никто лично? РПГ, блядь. Так. Целится в нашу сторону кто-то. Нет, я не целится. Вали их нахуй. Бронепластины. Да. Бронепластины. Эй, вы все тут уже положили. Не расслабляйтесь, ну, еще отряд. Угу. Бронепластины полностью. Снайпер опять. А, фак. Отойди. Да. Повалил его. Блять, в окне. О, нет. Прям в окне. Прям в окне, да. Давай. А, черт. О, нет. Он прямо знал. Да, он прям в окно залез, и там когда помню. Ебашек. Ну что, я в тюрячку. Я с тобой. Go to horny jail. Угу. Come here, I'm gonna slap your ass. Жаба, блядь. О, привет. О, привет. Окей, меня выпустили. Сражаться. Я с тобой. О, круто. Let's go. Я крючком. А, у нас только пистолеты. Да. Передо мной. Окей. Убил. Еще. С... Перед нами. Хорош. Окей. Okay. Готово. На пистолетах победили. Окей. Нам тоже. У меня тут тоже на пистолетах. Летим отсюда подальше. Так, указывай куда. Сейчас. Туда летим. Окей. Okay. Надеюсь, там не будет врагов. Надеюсь. Так. Блин, просто как-то ты уже далеко. А ты открывай стропы и перерезай их. Открываешь стропы, перерезаешь их. А тут уже все спиздили, сука, коршун. Ты там где летишь-то? Ай, вот. Тогда туда и пошли. Ага. Там встретимся. Окей. И надо будет выкупить Йоду. Угу.
бой. С кем бой? Типа у меня тут братья по ключу. Блин, отсюда все уже потырили тоже. У меня тут палатки. Угу. Сюда чуть хорошо. Че? Это мне? Это мне? Это мне? Это тоже мне? Это все мое. Уолтер, у меня палатка тут есть. Ага, отлично. Ладно. Я иду. Где? Ёп, парасетная. Ты в жопе. А. Так всего. Ой, ППшечку хочу. ППшечку хочу. У меня тут как раз магазин. Сейчас надо насобирать денег. 5 миллиардов. Вот чё? Вот чё за хрен? Не, спасибо. Мы не стреляем. О боже. ППшка еще одна. Заточивый газ. У меня 1900 надо еще шпичную гляду выкупить. Еще 2000. ППшечка, дигл. Заряд С4, мина. Чё хрен, деньги где? Ох, блядь, что я только что нашел? Винтовку. Что же? Снайперскую винтовку. Офигеть. Охереть, что я громлю. Это шмала. А мне? Как по деньгам худо-бедно. Погоди-ка. Мне показалось, хочешь сказать? Ну, вот. Ну что это такое? Пальма выглядит, как человек, один в один. Еще и звук ветра, как будто кто-то на парашюте спускается. Ну ладно. 2400 волта, надо делать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, ты будто это... Да, понятно. Еще деньги. 3000 уже есть, Волга, тут калаш. Отлично. Вертолет? Ну, да, пошел. Я слышу вертолет. Да, надо мной пролетел. А, я уже добрался до тебя. Ну, там бронепоезд. А, нет, просто поезд. Еще деньги. А, все, у меня есть 4000. Отлично. Готовься. Сейчас я тебя выкуплю. Главное, чтобы меня с поезд нахуй не переехал. Да. Погоди. Так что за... Э, чудик, передо мной. Да? Где-то тут спрыгнул. О, бой. Чем у тебя, блядь? А, это не то. Тут противник где-то. Я ему броню-то сбил, конечно. Йода. А? Давай сюда. Лечу. Так. Окей. Нас вычисляют. Да, у меня нет БПМ. Ну где-то слева спрыгнул. Лично где-то слева. Так. Это Йода прилетела, да? Да. Тень такая была. Чё-то я больно как-то упал, вон. Чё? А ты парашют открыл, пробовала? Не-не, я открывал. Я его рано слишком убрала. Прижал стропа. Ну, где там удила, я приехал. Found some armor here. Где? Заряжайтесь по максимуму тем, чем можете. Так, ну чё, раскрываю радар. Может, он сбежал. Ну, чё ты развернул? Фак. Не знаю, он работает или нет. Я даже не пойму. Тем более. Тут калаш еще бежит. Знаменит бизон. Тут дробовик. Блин, ну это хорошая. Мне нравится. Она автоматическая или башит двойка? ППшка. Так, чё, патроны надо? У меня есть. Пока что. Йода. Тут еще лежит.
Ты, если у тебя есть что, два слота подороже, ты можешь взять там две. А подороже, да, здесь один. Да. Не, ты можешь вместо и пистолета взять. Mm-hmm. Основное тоже. Да, я тебе. Передо мной. А, Дарк уже там в гору убежал. Да я его уже ёбнул. Ай, шикарен. Хорошая снайперская винтовка. Это хорошо. Вот там лежит труп. Угу. На метке. Угу. Что это там рвануло? Аккуратно, тут может еще противники быть, он может быть меди. Авиаудар. Так, на вас что ли? Нет, нет, дальше, гораздо дальше. Ну и все тогда. Лутайтесь. Ай, вот, сзади меня! Оп, сзади. Где-где-где-где-где? Метку. Чем это он меня да таким хренанул? Так? А, он в меня зажигательной гранатой. Минус он. Да. Фак. Волтер. Блять, ты вообще наглый. Да. Да. На совсем. А у меня винтовка-то не автоматическая, а полуавтоматическая. Йода, бери все, что тебе нужно. Угу. Забирай мое барахло. Твою... Ну, а, у меня 6000. А, ну давай я тебе где-нибудь... Йода, пошли, вот сюда. Да, бегу. Волтера сейчас выкупим. Угу. 4000 баксов. Чё-то ты дешево стоишь. Вау. Да ты знаешь, я шучу. Да. Блин, у меня кривая стрельба пока в этой игре, так что... Извиняйте. Сергей, мы тут все криво стреляем. Да, тут все... Тем более тут вообще начали... Сказали два человека, которые целую команду уничтожают. Я... Блин, например... Вот именно ты... Сказал бы. Я не понимаю. Хорошо. Короче... Оба-на! На мне прямо, блядь, мудила сидит. А, черт. Кемпел магазин, паскуда. Да. Так. Там, короче, мудила, моя снайперская винтовка, он один, вы можете его вдвоем сжать. Только Волтер, смотри, осторожно, он, блядь, там с калашом отвечает. Фак, говно, ай, фак, ай. Ну ты стропы-то срежь, срежь стропы, пролети, активируй. Чёрт, всё, поздно. Да. Кто-то меня еще поймал. Вот дофига на руку. Лёда. Ты где? Я на крыше, до меня уже не добраться. Да. Ну я рядом. Ладно, а тогда. Камера, о, фак. Да! Как уничтожить? Ну, нормально. Угу. Ладно, на сегодня тогда закончим. Да-да-да. Leave game at work. То ты опоздал, но уже заканчивал. Нам надо было просто вместе идти, а я что-то так, как охеревший в жопу жаленый полетел. Я не думал. Сиди, главное, кемпит мышь. Ладно. Этого стоило ожидать. Ну да. Да. Испытание пройдено. Это что за пустое? UAV. Продвижение дружбы от кого? Эй, калаш. А, это просто плюс weapon XP. Это я кому-то кину? Личное сообщение. Приглашение. Че, Яда, ты не будешь еще дальше носиться? Здесь? Да. Я, пожалуй, нет. А вам удача, если будете продолжать. Спасибо. Спасибо. И спасибо за игру. Рад был с вами поиграть. И тебе пока. Спасибо. Да. Да, и тебе кажется, спасибо. Мне кажется, можно будет вне стрима тут залипнуть и побегать. Ну да. А как пока... раз вот на выходных, в пятницу, например. Угу. Пятница же выходной, верно? После рабочего дня. Да. Ну, после рабочего дня. Ну ладно, пока. Давай. Пока. Так, да. Мы, пожалуй, на сегодня стрим заканчиваем, действительно. Да, как смотреть? Как смотреть, Анка, как смотреть? Ладно, глянем на Twitch и посмотрим, кого мы можем зарядить. И вам спасибо, что были здесь. Так, кто из наших знакомых сейчас стримит?
Годзилла. Годзилла, да. И Аркнаган. Аркнагана мы, кажется... Да, Аркнагана мы в прошлый раз увидели как раз. Поэтому сегодня, пожалуй, пойдем к Годзилле. А, тем более, что-то веселое вроде играет. Зеленый брат, да. Навестим зеленого брата. Окей. Сейчас веду команду рейда. Да. Еще раз огромное спасибо всем, кто были здесь сегодня. И спасибо Дарку и Юдеке за игру. Всем спасибо, с вами был Уолтер, и всем пока. Уолтер! Спасибо за рейд!